Ебать, я дебил, забыл микро. Ребята, извиняюсь, все тут, ребята, все нормально, блядь. Я говорил в том плане, то, что сейчас, блядь, ждем, когда девчоночки любимые залетят ко мне, и мы будем играть в гейм, самую жесткую геймплей. I'm a pass, let's go. Хуйло, блядь. Оп. Здорово, ребята, здорово. Че, микро, блядь, все норм... че не так, блядь? Один, два, раз. Ой. Здорово, меня слышно? Здорово. Ой, Дмитрий Ликс, хост на ноль. Спасибо, Диман. Обнял, отсосал, реально, полностью тебя поддерживаю за яички. Спасибо, брат, огромное за твою поддержку, за твои, блядь, здоровенные такие яички. Ребята, выбор Twitch for you, либо Twitch FM, нахуй. Twitch FM, либо Twitch for you, и мы идем смотреть, и мы идем делать детей. Ой, блядь, и мы идем ебашить КС. FM. Ну да, let's go. Крис Бэйби, здравствуй. Привет, я успею суп поесть? Конечно, блядь, тут еще 10 минут видоса, блядь. То, что еще никого нет, что-то я боюсь, сейчас вообще никто не придет, блядь. Никто не пришел на мой фан-встречу, блядь. Ладно, похуй, привет, давайте посмотрим пока видос. Главное, короче, не количество, а качество. Хорошо, без камеры. Но я перед тем, как начать стрим, ребята, все написал, спросил, они будут, сказали, все будут, ребята, так что ждем, блядь, чуть буквально минуты 15-10, и мы все уже летим. Угу. Сколько ему въебет, так он и ходит. Даже не почувствовал. Крава математика в среду. Да что, смотрите, этот видос уже, не знаю, раз 15 пересмотрел, ребят. Бля, так стримить хочу, жесть. Ой, ебай. Это я, не пойми, не бойся. Че это ты сделал? У тебя каким-то женским голосом получилось, блядь. Данила сейчас... Что бишь нахуй? Ну чё, как дела? Всё, я пошла. Нормально, я брат, я сейчас смотрю одну нарезку, и мы идем в CSGO трахать. Меня, точнее, будут ебать, блядь. Боже, так легко. Диман, ты во сколько... Ох ты, ебать! Во сколько я? Да. Во сколько ты, понял? Ты хуй перефразируешь. Я 18 лет лишился. Мизик, не дома. А я? Я тоже 18. У тебя еще, это, слышишь, у тебя еще дата открыта. Дата открыта еще. Штампик не поставил. Смеется над чужим горем. Вот он, друг, нахуй. Смеется над чужим горем. Кровать чистая, посмотрел какие-то курсы, как плакать, блядь, и тебе только плачет. Как плакать. Нахуя? О, блядь, Кристин, спасибо, поддержала меня, блядь. Соси, нах, соси, старый. Так нет, от смеха типа Крис, плакать. Это сейчас... Вообще быть не дома. Я не понимаю. Один-два раза вот это упражнение делайте. Ой, блядь, батюх, я сутаминги постоянно ёбнутый. Кровавая математика. Ребят, я этот кровавую математику уже пересмотрел. Бля, раз 25. Раз, два, один. Дыри-дыри-дыри-дыри-дыри. Охренеть, я так же могу. Нихуя себе. Дыри-дыри-дыри-дыри-дыри. Да не надо, я все могу. Бля, как он так пугается, не понимаю. Когда времена и дни... Уже не заставляют школьную форму, фоп. Ёбаный рот, блядь! Ух, как облился, да, блин, как облился, жесть. Как проснуться? Я жесть тоже, кстати, немножко я так, можно сказать... О, слава. Сам уберите нахуй корыто свое по-братски. Да, сам убери. Слушай, сам убери свое корыто. Да без проблем, нахуй.
Ой, блядь. Алло. Долинная карма, блядь. Алло. У меня есть пару диглоу, кентоу и пауков. Пауков? Пауков это славе, да, пауков. Пауков это славе, нахуй. Мне пауков не надо, блядь, тут. Так, рекламу мы пропускаем, блядь. Накупила месяц. Ебать, нихуя. Диман, честно, скажи, тебе больше нравится, вот когда... такие нифига! Волосы, прикольно, да? Она нарастила себе? Да она, бля, хуй знает, что сделала. Офигеть, нет. Соска. Я, кстати, себе тоже так хочу делать. Ну, прикольно. Не, не прикольно смотрится там, но мне... Ну, это просто не, из-за того, что непривычно, я уверен, потому такое но... так выглядит. Просто из-за того, что ты уже, ну, смотрел на нее с другими волосами, ты привык к тем волосам. Ну, да. Это 100% так работает. Не, так, она их потом так снимет, и лысая будет. Мне кажется. Ну, типа, когда снимают нарощенные волосы, потом вообще без волос остаются, вот чисто три пера. Вот это сейчас без Стёба, кстати. Ладно, ребят, если меня забанят, то вы хотя бы, ну, как ладно, бы, пишите ребята, там, как бы, кто будет спрашивать, за что меня забанят. Может, ты дальше, Диман, ты еще фотку, бахни там. Главное, чистые трусы. Насколько сильно мы можем на стриме раздеться? И подмышки. Главное, это нормально, там, воняй. О, нихуя. А можно уточнить, а трусы чистые, зачем? Ну, чтобы не воняло, блядь. Чтобы потом стали грязные. Ладно. О, грязюка! На курс, что так пошла? Смотрите, что вытворяет. Ой, грязюка! Ну так, блин, а если... Блядь, это шутка, если что, это... Бля, ебать, я дал. Короче, это шутка, ладно, если что. Я вчера смотрел, как вы в ЧБ играли. Не поминайте ликсом. Давай, удачи. Итак. Громче. Первый вопрос. Я нажимаю, да, получается? Давайте так. Давай. Ебать, ну Марка спиздил. Я сосал хуй. Нет, я не сосал. Надо говорить просто нет. Пошел ты. Нахуй, блядь, говно. Клево работает. Я говорю, вообще сломался, блядь. Где нахуй? Мне бракованную хуйню какую-то продали. Это, блядь, неправда. Че за пиздец? Написано. Центр и хайс. Ну да, неправда. Нет, не сосал. Ой, стоп. Нет, сосал. Блять, короче. Бля, это не похоже на Канаду вообще. Вообще ебать, на Канаду не похоже. Витёк вообще там погрузился, да? Блять. О, нихуя тачка, блять. Витёк просто погрузился, блять, в геогессер. Просто не выходит ни с него. Вообще никак. Порт не в Аре. Одна миля, да, все это США точно. Горы какие-то, немножко сухости во рту, так сказать. Немножко сухости неприятные. Может быть, это, блять, Айдаха, ёпта. Здорово! Нихуя. Стой! Нормально, Витёк, блядь, умный. Я Господь и Бог Геогуесера. Я самый лучший. Как я знаю все, то, что связано со странами. Я могу контролировать воздух, огонь жесть. И воду. Да, у меня здесь нет надписи и рисунка, но я Шаолин. Ладно, извините. Но это немножко уже перебор был бредовый, конечно, я понимаю. Прости меня. Рандом, да? А, рандом. Я почти каждый раунд так отыгрываю рандом, ёпта. Да еще задом послушай. А машина так надо быстро ехать. Ебать! Не может. Ебать! Ебать, он басбуст был. Что а там? Точно замутил всех? Ой, быстро подбежал. Так, он бежал не на меня, значит, бояться нечего. Все, я уже. Твой, блядь! Бля, это не страшно же, сука! Бля, ну это не страшно, реально! Гухор ночь, да это не страшно! Не знаю, просто вообще уже интересно смотреть, а то я. Спасибо, корабль. Спасибо, родные, спасибо. Корабулик, желаю удачного стрима. Приятно, да? Так вот именно, если я буду ночью проходить, то это вообще не скучно будет. Ой, любит скучно, наоборот, будет. Я тоже вообще эмоций не показываю. Но первоочередно должно быть приятно просто то, что ты любишь. Ты играй. Да, блин, иногда я уверен, даже любишь кого-то, знаешь, тебя не любят. Ну и что? Я вообще не сыкло, блядь. Вообще зато видишь, у тебя есть человек, который у тебя такие нежные чувства. Ну да, было, ну было дело, ну и вот чё? Вот и всё. Это налысый. Я считаю, что налысый надо. Я готова оплатить ему анализы. Готова реально вам показать справку, что он никого не ебёт. А это покажет, если я в гондоне тело в травку? Да, это покажет. Налысо. Забиваемся? Да. Все, завтра едем сдавать анализы. Все.
Готовься. Ищи себе машинку, которую ты будешь на лысы. А мы не на лысы поспорили. На лысы! Всё, давай. Не-не-не. Бля, Марк, братан, я сейчас Сёма сегодня... Апостол, здорово. Сёма пишу Марку, блядь, ты чё, где там? Это как дела, блядь? Он пишет, я сейчас в больнице, нахуй. Ну всё, бля, походу, пизда, блядь. Сюда, блядь, сюда. Спасибо. Спасибо тебе большое. О, ребята, завтра, скорее всего, я со Славой буду в Fortnite ебашить. Ой, чё было, бля, проебал? Чё было? Ты а мы на не на лысы поспорили. На лысы, всё, давай. Не-не-не. Сюда, блядь, сюда. Спасибо. Спасибо тебе большое. Ух ты, ебать! Блядь, это так резко. Ебать, он засунул нахуй. К этому готово. Блядь, что за хуя, блядь, почему всем хочется так отсосать микрофон? Хватит сосать микрофон, вы заебали уже! Какой-то, блядь, сосающая лихорадка просто. Юечку взломали? Был без влияния. Бля, слышь, а тут держалка сломалась, блядь, понял? Это май, это май. Бесит, как уговори, блядь. Ой, блядь. Ты можешь ртом его поймать? Сейчас могу, смотри. Давай. Только раскачай его. Чё за хуйня, блядь? Как я его... Реально заб... А чё случилось? Как она спалила или чё? Или просто чел взломал прямо именно, ничего не палило? Ну, вроде как вот так. Нормально. Боже! Восстановили? Фу, ёбаный урод, блядь. А как я вылезу-то? Как я вылезу? Я гей? Нет, я не гей. Да иди туда, хуй! Ты чё, блядь? Ты чё за хуйня? Надо говорить просто нет! Хесус, надо говорить просто ты нет! Ты чё, блядь? Да ёбаный свет какой-то, блядь. Кто вообще это придумал? I got bitches, I'm no all bitches, I'm such a... God, I love it. Видеопапка. Бля, Васян, слышит какой-то ролик про наркотики, блядь, по-любому. Слышь, есть деньги? Стой, зачем ты ему даешь деньги? Не знаю, спроси у него. Зачем он дает тебе деньги? Не знаю, а зачем ты мне дал деньги? Хуй его знает, нахуй я тебе дал. А нахуй я еще подошел? А нахуй я подошел? Это вообще что за хуйню я посмотрел? Че это такое, блин? Не понял. Ладно, пишу захвати в ДС. Захвати в ДС. Все, написал всем в ДС, ребята. Пускай залетают. Steam? Ой, ребята, да нахуй. А какая сыграть? Нет, стоп, не надо. Надо, ребята. Алло. Алло. Алло, привет. Как, мама на кухне слышит, там что-то ребёнок. Как дела? Кальма. Нормально. Кальма кричит, да? Я ходила на экозагар, карабуля. Это ты сейчас будешь... Ноги раздвинь. Бля, ебать. Фу, хорошо, ничего не вырвалось, нахуй. Я просто не знаю, как это даже сказать-то правильно. Ну просто, так сказать, загорелая будешь. Ну да. Странно, а на вкус как кальмар. Ладно, я сейчас подойду. Давай. Ты там пока досматриваешь? Да, досмотрю, сейчас еще Арину. Да. Работаем. Смотри, первый, один, два, три. Привет, Вадим, хотел узнать твое мнение по поводу вчерашнего шоу. Спасибо, папаша, что подарил мне этот Renault Logan черного цвета 20-го века. Апостол, брат, это сердечко посвящается тебе. Спасибо огромное тебе за субскрайбер, то, что ты подарил субскрайбер. So I so fucking appreciate it. Это сердечко вот тебе. На, возьми, на. Бери, на, нахуй. На. Все. Есть, сука. Пиздец. Все, ура, наконец-то. Ладно, чат, на, возьми тоже, на, ребят, на, возьмите, вот, любовь это вам, моя любовь вам, вот, на. С
суки. Спасибо, папаша, что подарил мне этот Рено Логан черного цвета 20 века. Спасибо, папаша, брат, спасибо. Бля, разбираться будем, нахуй. Быдло, бля, получать по заслугам. Ребят, какая вам футболочка? Ёбнутая, да? Вообще ебанутая, вообще секси-ганочная. Ладно, шутка хуйня ебаная, полная вообще, блядь, залупа ебаная, блядь. Мид, мид! Блякида ебаная! Без ноги, сука, шлюха, блядь! Еще мидл. Алло. Ну а нахуй. Алло. Привет, Вадим. Привет, Арин. Ты чё такой? Какой? Ну такой. А ты чё такая? А я такая, да. А ты? Я тоже такой. Понятно. Сейчас я видео досмотрю, и все сейчас придут, как раз размутятся, и мы идем играть. Потому что у нас Крис Вейв куда-то ушла, Вишенка тоже отошла куда-то. И еще мне пишет Наталья Берникова, я не смогу, не успеваю, не прощаю. Она пишет, не прости, Карабусь, не прощаю, нахуй. Ну ладно, удачи, удачки. Она написала, что она жопой трясет, если идет в 4 часа. Давай еще нахуй в дверь. Пошла. Ого. Бля, что в прыжке убил? Блядь. Нихуя там Саня. Не, ребят, ну вообще-то на самом деле здесь для меня нет никакого выбора. Я выбираю жизнь, потому что надо попробовать все. В этот мир мы еще успеем, поэтому зачем отказываться сначала от прекрасной жизни, в которой можно рекламировать Raid Shadow Legends. Так что я, конечно же, выбираю жизнь. Еще столько реклам впереди. Бля, я губы накрасила, так криво, пиздец. Here we go, Mustang on Mustang action. Ой, бля. Oh! There you have it. Пиздец. Ты че фэм, откуда ты выиграл? Ебаный, блядь! Бля, он медленный какой-то, да? Да, кажется, прям очень медленный как будто. Ну, это не проблема, дядь. Ты слава в одной команде, и мы намерены порвать им жопу. Че, ебаный, блядь? НОО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 О! Ебать, нихуя! Дядь, пушка ебнутая, блядь! Нихуя! Вот это другое дело, блядь! Ебать! Это вообще другое дело, блядь! А мы на месте стоим, ты просто на месте газовал, мы заправляли ее. Мы только выезжаем, короче. Один носок Гуччи, то ты получается в одном Гуччи. Это так работает? Жестко. Да, одет в одном Гуччи, блядь. Жесткая была, блядь, сейчас. Ты в одном Гуччи. Нормально, сейчас разрывная такая залетела. Охуеть, чел. Ебать, я сейчас, блядь, не могу. Ой, блядь. Я, блядь, больше... Я больше пугаюсь от Юли, как она орёт, блядь. Это вообще жесть. Ебать, уф. Ебать, она стонет, да. Подождите, блядь! Юча скосила. Еблан, нахуй. Бляст! Ванёк, Ванёк, реально, вот Ванёк, если ты сейчас услышишь меня, блядь, каким-то образом, ты чё с братом не стримишь, это же вообще имба контент. Возьми брата, блядь, я не знаю, там, поприкаляйся над ним, он над тобой, блядь, это же вообще смешно. По-моему, нет, а, нет, есть, печень и лёгкий, а, лёгких у него, по-моему, нет. А. Ты чё, как? Так он через хобот же херачит, дышит, порыв, нет? Порыв, я плохо помню, но это... Даша, спасибо огромное. Даша и Рома, спасибо огромное за хост. Спасибо. Кова, Дим, Кучат. Здорово всем, ребята, всем хай. У Макривски подписался. Ебать, спасибо, папаша, спасибо, что подарил мне этот Рено Логан черного цвета 20 века. Спасибо. Спасибо огромное за рейд, за подписку и за... Всем привет, ребята, кто зашел так давно с... У меня вообще с органами животных проблема. Просто проблема. Откуда у него легкий, если он тяжелый? Осуждаем вот эту вот херню мы нахрен. Оп. О, сейчас будет жесткий трек. К
Кстати, чат, а хуй реально толстеет? Ну не, не толстеет, наверное. Или толстеет? Или не толстеет? Ну вот именно жиром не может? Да? То есть у... Ну я не знаю, когда я вижу такую локацию, я вижу левостороннее движение, я всегда как бы считаю, что это Австралия. Ну потому что я не знаю, ну что, ну это точно не Япония, точно опять-таки не Австралия. Это хуйня, блядь. Англия. Если английский, это точно Австралия. Это фейк какой-то. О, бля, все, изи, отлично, наконец-то. Первый раз в жизни я угадал, что это ЮАР. Наконец-то, господи, не прошло и 100 лет. Ну, почти. Подожди. Женатый человек все-таки. Нихуя! Короче, мы так вот сидеть, да? Блять, что с Вадимом не так вообще? Я могу. Нормально, он сел или доделся. Нихера, смайлик, а ты что за смайлик? А, это Better TV, ё-моё, блядь. А я-то думаю, что это за смайлик нахрен. Так, все, ребята, я тогда захожу в Counter-Strike Global Offensive. Арина, ты вы здесь? Арина замучена. Да нет! Они все замучены, ребята, что делать? Зачем это писать? Без проблем, братан, спасибо за нас, спасибо. Ладно, заходим в Counter-Strike Global. Как вам моя... Мои обои, блядь. Фиолетовые, блядь. Ёбнутые, да? Гокаровая математика, братан. Ну давай, ладно, пока время есть, в принципе. Пока девчонки, блядь. Девчонки, блядь, каравай. Блядь. Девчонки киданули, нахрен. Вообще все замутились. Давайте послушаем тогда мой трек, блядь. Куда ты Counter-Strike-то? Блядь. Бля, я мать ржу, нахуй! Чё с микро? Алло. Ой. Алло, ребята, все, извиняюсь. У меня микрофон сам на себя работает. Он просто сам берет звук и выкручивает, не выкручивает. Ричард, спасибо, братан. КТТПС, двоеточие, слеж, слеж, схем, чего не ты, кучка, чё, слеж, и слеж, кусок, два, слеж, роспись, меньше, чем ты. Плюс 8, бля, 7, чё? Я просто тупой. Раз, один, два, раз, один, два. Два, один, раз, два, один, раз, два. Чё? Чё? 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6. Меня зовут Кабан, я ему серьезный сам. Я поеба на фотосъемный килограмм. Этот же банан был во рту оренян. Слева один обрив, но справа на меня. Летаю на битах, как каплик по небу. Жареный мяс подаю капер. Жрю козявки, как на таха сперму. Жрю козявки, как на таха сперму. Ебать разъем. Бля, как, ребята, ладно, давайте вот просто интересно, мне не чат, ребят. Вот, можете оценить панчи мы ее. Меня зовут Кабан, я ему серьезный сам. Я поеба на фотосъемный килограмм. Этот же банан был во рту оренян. Слева один обрив, но справа на меня. Летаю на битах, как мертвый лик по небу. Летаю на битах, как мертвый лик по небу. Жареное мясо подаю капец. Жду козявки, как на таху сперму. Бля, ебать, рифма вообще ебнутая. Бля, охуеть, я просто гений. Как это придумал вообще, я не понимаю. Фу, блядь, это просто жесть. А, я в КС запустил, поэтому микрофон поднялся точно. Не, ну реально, скажите же, блин, прикольно придумал, нахуй. Два, один, раз, два, один, раз, два. Чё? Чё? 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. Меня зовут
кабан, я ему серьезный сам. Я поеду на фотосъемный килограмм. Это же банану во рту оренян. Слева один открыт, но справа на меня. Летаю на битах, как кротолик по небу. Жареные нас подаю капен. Жру кадет, как на таха сперму. Чувак, чувак, блядь, че ты за хуйня? Блять, вы посмотрите вот сюда. Мне как будто просто в глаза наебашили нахуй. Просто как будто мы, я на ринг вышел, мне просто нахуярили. У меня фингалы, блядь, какие-то под глазами. Здорово, Крак, как жизнь? Ку, братан, жизнь вообще ёбнутая! Спасибо, братан, за 25 рублей. Жизнь вообще ёбнутая. Я просто понял. Алло, девчоночки, пошлите играть. Пропиши звук, не будет. Вебка, конечно, нужна, Арина. Твоя по-любому нужна, чтобы смотреть. А, тогда я не вырубаю. Нужна, нужна, Кристин. Чего, блядь, не вырубает она? Ты чё, хуйила, блядь? А чё, мы все против тебя? Ща, подожди, Марк еще приедет, блядь. Я не знаю, сейчас надо что-то с Марком замутить. Он сказал, что он ещё приедет. Сейчас, он подъедет, и мы уже решим, что будем делать, как делиться будем. Или, может, мы просто попиздимся так, как есть. Сейчас посмотрим. Ебать, там конфетку опять захуяривает. Горовой, будь активнее, не ссы! Охуеть, братан, спасибо за совет! Алло. 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 Марк приехал? Нет. Вот сука, блин, напиздел. Мне говорит, 5 минут, блин, пиздобол. Ну. Я буду без камеры, я в трусиках. Да, хорошо, хорошо. Ну ладно, ты давай без камеры тогда. Наоборот, надо врубать, ты чё? Нет. А, блядь! Я тебе налила бокал сока, чтобы понимали, что мне скучно. Че ты ржёшь? Просто весь чат пишет. Ладно. Ну, сейчас зайду. Да уф себе. Бля, нормально, нормальная тема. Уф. Так, мне теперь главное не спалить IP-шку. Че, заходите же в Counter-Strike. Да, в Counter-Strike, Counter-Strike заходите, да. Counter-Strike. Теперь мне надо зайти к Пашку в личное сообщение, где он мне кидал IP-шку. А мы пойдем в ближайшие 5 минут или в ближайшие 2? В ближайшую уже минуту идем. Понял. Понял. Ариночка, привет! Я Танечка, я с тобой поздоровалась. А я отходила. Она коза. Я не слышала, я не коза. Козочка, ладно. Блядь, ладно, короче, не буду говорить. Я, кстати, как козочка, ну ладно. Так же часто и много? Нет, такими маленькими горошинками. А Кристина, ты знаешь, блядь. Знаешь, вот так вот. Я бы хотела как хомячок. У них такие не маленькие. Ну там здоровенные, блядь. Mm-mm. Да чё нет? Чё нет, блядь? Там как пожрёт, так нахуярится. Так, как ладно. Семечки. Так, сейчас я поменяю командочки. Так, какое обновление, КС? Какое обновление, КС? Оно быстро включается, 100%. А, 7 мегабайт. Заебал игнорить, ты распишешься? Да распишусь, да ёбаный выход. Прямо сейчас. Сейчас, ребят, я вот сейчас просто быстро распишусь, конечно, братик, сейчас. Дай мне 10 минут, на. О! Фух, я думал, мне уже Баша не дал сервер. Так, мне надо теперь сделать консоль вот такую маленькую. Чтобы... У меня нет запора, если что. Ясно, нахуй, мне 25 рублей. Так, хорошо, я, короче, вам кидаю сейчас всем IP, только, пожалуйста, никак не спалите там случайно, не знаю, там. Если спалим, то все. Так я... Да, иди ты нахрен с долгим донатом, осуждаю. Осуждаю. Короче, донат выключаю нахрен. Ребята, спасибо мне за... Мне ВК нас... скидываешь, что ли? Да, я ВК скинул, так и Арене скинул, так Кристине... Крис... Вейв скинул. Все, ребята, типа... Чё это за... Вот там дело. Телефон... Ой, чё за фигня, блин? Чё за хуйня, блядь? Найс пароль. Тихо, тихо. Это Пашок делал, не я. Так, get... Ой-ой-ой. Get 5. Create match with current players. Вот так вот делаем. Меня Пашок тут учил, ребята. Сейчас я пока не показываю экран для того, чтобы это... Давай, не спалить давай. Даю. Давай. Ой.
Сейчас еще Марк приедет. Ну ладно, я думаю, мы успеем одну. Ой-ой-ой-ой. Блядь. Скилзор, здорово, мясо. Здорово, чипс. Чипсы, здорово. Я не могу никуда зайти, корабль. В смысле? Не могу никуда никому присоединиться, не могу. А, вообще не можешь? А ты зашла на сервер? Мне просто не пишется, что ты на сервере. А, стоп. У меня вот ты в террористах. А, стоп, а как мне тогда это сделать? Get 5. You are not a player in this match. Че это такое? Подождите. У меня вообще никаких эмоций. А, все. Все? Найс. А ты, Кристина, можешь зайти? Получение сведения о сервере. Давай, соединяйся. Я просто решила сока яблочного попить. О, Марк приехал. О, Аня. Она отошла. Она отошла. Она в трусиках пошла встречать Марка. Да сейчас я врублю экран, ребят, но я не хочу просто полететь пить, свалю пить, то все, в пизду. Чего там конфетку теперь со... громко слышно? А чего это за звук? Ебать, там конфетку слышно теперь громко. А это чего за звук? Ты какой звук зайти в игру? Нет, это что? Кто чавкает в ухе? Ты вообще ёбнута? Я. Я вообще не чавкаю. Арина вообще не чавкает. Алло. Алло, да. Марк ушел какать. Да? Ну, ой, не успеет, сука. С микрофоном. Главное, купил туалетку. У меня нет... У меня нет полфетки. Помой жопу потом, господи. Ой-ой-ой-ой, это, кстати, нормальная тема. А чтобы какашка не стреляла по полю, блядь. Да ты че эти сратку мою? А чего все за меня зашли? Ладно, я сделаю так. Давай, давай! Так, сейчас, одну секунду. SMT, блокпик. Сейчас, ребята, показываю, показываю. Ебать, что за звуки, блядь, Кристина! У тебя там это шипит и шуршит, или что это такое, или что это? Да не у меня! Это у меня! Нет, нет, я только вот конфетку слышно, блядь. Да не у меня это, я ее выплюнула. Да что ты пиздишь, блядь, конфетку насосываешь там? Кто чавкает? Кто чавкает? Это не я! Это не я! Я вообще, у меня во рту только сок. Это Аня. Нет! Да-да! Нет! Да! Че ты убегаешь, не понимаю? Вот сейчас все, ребята, показываю. Гранд секунду. У меня CSGO не захватывается. Ну все, вот мы играли. Сейчас придется мне перестанавливать CSGO. Что? Захват сейчас, ребят, секунду, блин. А кто-то вебку врубил вообще или нет? Нет. Я могу. Ну врубайте, пожалуйста, блядь. Я понял, что черный экран, ребята. Я не знаю, как мне... Что мне не захватывается. Почему экран не захватывается? Алло. 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 Знаете, что я ем? Конфетки. Чмок, чмок. Я врубила. Ты чем-то как будто, знаешь, вареничками причмакиваешь. Ну что-то ты там хромкаешь, точно. Я не могу заходить, экран без тёба. Козло, что это такое? Я ем вишню. Ха. Как же она чмокает ее. Бета поставь. Где поставить бета? Кашка! Не отвлекайся. Бета-версия. Поменяй бета-версию в стиме. А что, надо выйти с игры и что сделать, ребята, подскажите. Свойства КС в стиме. Свойства КС в стиме. А что там написать надо? Параметры запуска Антурстед. Ебать, это что вообще за слова, нахуй? Меня не забанят за такие, блядь, темы? Мы таких не знаем слов. Там бету 5.9 поставь. А где? Так, подождите, короче, сейчас вы сидите на сервере, сейчас я сделаю все. У меня ее не захватывается, КС-ка пишет, типа, это нормально то, что там что-то сделали они. Сейчас в Steam захожу. Бета 5.7. А где это поставить, ребят, скажите? Куда зайти? Вот КС нажимаю, свойства. Дальше куда? Что тут дальше делать? Бета-версия. Так, блядь, как поставить эту бета-версию, ёбаный хуй? Вы...
Выйди, свойства, бета-версия. Свойства, бета-версия. Свойства, бета-версия. Блять, свойства, бета-версии. Там выбери версию. Какую версию выбрать, ребят? Тут есть 1.3.7 что-то, блядь. 5.9 пишет. 5.9, у меня такой нету версии. А вот нашел. И все, да? И все, у меня все четко. Попробуй еще раз перезахватить, да. У меня CSGO скачивается, сейчас, бля, стрим упадет, нет, не упал, фух. Да нет. Все, все, ребята, врубил, все, врубаю. Сейчас CS вру. Бля, пожалуйста, господи, только не эта хуйня, только, пожалуйста. Да все нормально будет. Это вебочка, которую врубили, оп, смотрю. Ну, блядь, понятно, нахуй, в пизду, блядь. Да я врубила, потому что... Всё, в пизду, нахуй, я в колонку. Я сидела как лохушка с вебку, мне стало стыдно. О, блядь, ты чё? Ты чё показываешь? А. Чё? Что? Это моя колонка, что не так? Понятно, Кристина, о чём ты думаешь? Ой, блядь. Это я в CSGO зашёл, извиняюсь, ребят, извиняюсь. Все сделал. Ты меня в CSGO зашел. Это я, да. Это я, тачка полная вообще. Крабуль, ты такая зайка. Нет, сейчас он покраснеет. Не, вот знаешь, серьезно тебе говорю, ты такой зайчик. Все, басбус, все, ребята, я делаю так, вот делаю так, делаю так, делаю так. Все, ничего не спалил. Фу, блядь, как же все трудно, блядь, CSGO в рот шатал. Стоит. Это супчик. Микро, микро. Да все нормально, все хватит, блядь. Пресс F. Да какой пресс F, блядь? Если мы, ребят, никто не поедем, то я на днях, скорее всего, в Москву поеду к Славе. Мне еще надо там будет кое-что забрать. Там у нас... Когда? Посылку? Нет. Нет! Вообще в рот шатал этот Тесс, блин, вообще пиздец. Написано 3 числа уже быть у меня, уже 13-е, нахуй, 14-е. В пизду, блядь, там вообще... У меня, походу, мои сандали придут к зиме. Сандалики? Ты сандалики любишь? Сандалики. Сандалики. Пожалуйста, чтобы ноги запусти, дышали. Пожалуйста. А то в кроссовках скоро перейдет. Захватилось! Все, ребята. У тебя экран на стене. Да-да-да, все, показываю тебе веб-чанки. Ура, все, ребята, ура! Мы это сделали! Блин, Кристина, ты вообще эту штуку снимаешь или нет? Я просто не понимаю, почему она у тебя постоянно на лице? Да красиво же, от щечки. Да, вообще ёбнуто. А мне нравится. Да, красиво, красиво. Будьте литны, 20 тысяч на глазах. Арина, ты врубаешь вебку? Да. Ой. Сейчас, одну секунду, ребята, так надо вот так сделать. Сейчас мне надо, главное, не спалить еще тут клир. А, мне нужно вот так вот сделать, маленькое окошко. И вот сюда вот. На-на-на-на-на! Эй, блядь, меня бот убил. Так, 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 так. Ну и полиция у кого-то там, кстати. Меня. Да, арестованная за слишком сексуальное поедание вишни, Арина. Блин, что происходит? Да меня ебёт бот. Спасибо, я тебя убила. Меня ебёт бот. Нет, нет, мне просто... Все разы меня убивал бот, просто стоял, хуярил меня с дробовика, блин. Понятно. Вишенка бот. Я такого не говорил, нахуй. Ты сейчас сама... Давай, беги! Нам не Гуччи мама, нам не Гуччи банда. Все, let's go, я ready. Так, осталось такое... Let's go, let's go, let's go! Сейчас я Арину выведу, так одну секунду. Ты что? Ебучку. Блять, карамбуля. Блять, что я за хуйню сделал? Подождите, не то, блядь. Это мы закрываем. Вот. Так, надо... А где Кристина? Вот. Это кто еще посмеялся? Я. Охренеть. Ой. Блин, что за черные точки какие-то, что это такое? Не уверен, а чего у тебя на кровати?
Это ты прибраться решил? Да, да, да я вещи разбираю, просто не успела убрать, на, я типа убралась. Не, я понял. И осталось только вещи. Красиво. Так, сейчас все. Все, по сути, нормально, сейчас убралась. Че вы ржете, сука? Так, это мы теперь делаем как? Все, блять, let's go now. Все, у меня компьютер тоже не уводит. Так, окей, как теперь начать игру, я забыл нахуй. А, вспомнил. Get 5. Create match, все. Force ready, напишите, кто-то, кто это жестко печатает. Force ready. Вот так, как я. Кто ты слышишь? Только те, кто жестко печатает. Я пока зарежу кого-то. Так я тебе говорю, через слэш или как? Ну вот, как я написал в чат, посмотри. Да подожди, Марк, со своей жопой грязной. Ну, короче... А, в консоль? Ой, я чуть-чуть... В чат! Я чуть-чуть не скрипнула, ладно. Погоди, жопки сейчас. А, лол. Ой, хуй там так, сейчас. А что это такое? Чё это? А чё там такое? Чё там такое? Стой, чё там? А, ну вот, всё, let's go. Всё, начинается игра. Let's go. Вы куда хотите... Подождите, вы куда хотите бегать или только об этом? Не знаю. Куда хочем. Эй, не, давай только всё, договорились. А чё ты спрашиваешь? Первый на живой. По одному только, идите на меня. По одной. Встречаемся на ланге. Я сейчас отсосу, блин, чё тут за фигня вообще? Ну вот и всё, в принципе, блин. На, нахуй. Блять. Ладно, отсосал, нахуй. Выбирайте сторону. А чё писать? А... Stay or swap? Вишенка, тебе надо писать stay либо swap. О, найс. А чё, не надо? Всё, пошла, родная! Приебал нахуй деньги. Давайте на 10 тысяч сыграем, я еще дам все деньги. А давай если мы поиграем, мы не будем отдавать, а то у меня нет 10 тысяч. Да ладно, тут. Я хочу, куда хочу могу ходить, хорошо, ребята, девчонки? Тогда надо было мне... Так я везде куда хочу. А почему вишенки 24 пинг? А, ты что, летим? Чел за 100к купил роспись. Пиздец, минус 100 тысяч. Ой, ебать, это кто-то кликает. А чё за звук такой? Кого-то режут. Ой, блядь! Ты чё, я альтабнулась? Да. Ты уже начали, что ли? Ой-ой-ой-ой! Извиняюсь, я отходил. А мы Марка с собой возьмем? Да, на next каточку. Здорово. Как мы убиваем? Сейчас убью вас. Здорово. Привет, Марк. Минус вебки. Да. Ах ты, Марк, козел. Привет, Ария. А Марк, охереть ты, козел. Ты мне вебки сбил. Да, брат, хочешь сам включу? Так что делаем? Просто грабули убиваем? Да, в смысле? Да. Сейчас Марк зайдет. Сейчас вебки. Можешь не убивать. Так чё, Вать, мы в пятером против тебя, блядь, четвером. Ты чё, охуел, блядь, как я, блядь, Арину не могу перестрелять. Ну ты можешь нормально играть! Смысле, меня убили только что нормально. Ты опять подаёшься! Чего? Меня сейчас отъебали. Я сейчас не шучу, меня реально отхуярили. Ой. Пускай Марк за тебя заходит, открывай. Марк, давай, вдвоём отхуярим. Ебак Крис Вейв, нихуя себе. Чего? Он я бы не был так уверен в себе он, на вашем. Он имеет в виду, что ты красивый, типа, жестко. На мне Гуччи мама, на мне Гуччи банда. Марк, заходи, пошли, сейчас отхуярим. Не, тебе я тебе сразу сказала, ты Марка. Ань, я жопу в твоей раковине помыл. Ты серьезно? Да. Блять. Если Баребух найдешь, бля, сообщи мне. Бля! Ты со своим Баребухом меня спутал! А где он? Я вообще не слышу. Ракина нахуярил! А дайте IP в ЛС кто-нибудь. Сейчас. Сейчас, доиграй раунд один. Аня, где он тебя убил, я поняла? Ну, блядь, ну меня ебут, нахуй. Марк, помоги мне, ебут, трахают, блядь. Арина просто ебёт карабулечку. Я не понимаю, почему никто не играет. Я не знаю, я только добегаю, ты уже убила его, всё, я вообще...
Марк, заходи, брат, пизда. Приехал я с массажа простаты, нахуй. Заходи. Потише, Арина, кстати, Арина очень громко прям слышно, пизда. У нее какой-то пизда. А меня нормально слышно? Да, тебя офигенно. У Арины очень жесткий бас послал. Я еще потише просто делаю. Не убивайте, пожалуйста, сейчас я вот сейчас это. Он на шорт вышел. Пиздит. Мне кажется, после фразы «пиздит» — это очевидное подтверждение того. Кто на кошку наступил? Марк, ты сейчас там все... Дайте мне IP, пожалуйста. Я тебя скинул на ПК! А, ПК. Марк, пиздец, срочно помоги мне, трахают! Помоги мне, а на что ты надеялся? На что ты надеялся? Давайте мы как сейчас... будем играть? Брат, нормально, нормально, все нормально. Сейчас мы сделаем нахуй все. Марк, заходи, брат. Ты покажешь? Я, вообще, я в коннекте. Кого-кого? Неделю не играла в КС. You are not player in this match, блядь. А, сейчас, сейчас, я, мне надо матч закончить. Сейчас, тогда, давайте заново начинаем. Давай, хорошо? Брат, кончай. Давай, давай. Кончайте, кончаю, девочки, кончаю. Помогут. Все, кончил. Кого? Кого? В лоб, блядь, себе. Нет, ты кончишь уже. Ты дебил? Ты еще убиваешь. В чем взываешься, блядь? Ты можешь закончить раунд? Я закончил, get started. Подожди, get started. А нахрен ты убиваешь? Я не убивал тебя. Марк, заходи сейчас. Я не трог этого матча, блядь, меня не признают. Заходи сейчас, Марк. Захожу, захожу. Давай, заходи, брат. Так чё, мы, я не понимаю, что мы делаем, сейчас, играем сейчас, или ждём Марка? Сейчас, сейчас Марка ждём, потому что отмена, нельзя, походу, зайти, когда матч начатый. То есть надо сейчас умереть? Да, сейчас надо вот умереть тебе. Надо может, умереть. Мы перезайдём просто, или до скольки тут мясо играем? Мясо ёбаное. А тут чё? До скольки? А? Это не тебе. А тут до скольки, карабуля? 5-0, Вада! Да, да мне пиздец не будет, 16, да, до 16. Бля, Арина осталась, мне пиздец сейчас. Блять, меня карабули игнорят, всё. Я сказал до 16! Он сказал до 16, а. Да, Никита, можно просто выключить и заново включить? Да, можно, сейчас, сейчас сделаем. Лоу ХП. Сейчас сделаем. Она пиздит. Не, не пиздит. Он просто не хотел в сухую проигрывать. Брат, Лонг же видел. Блять, лоу ХП, это как сказать, лоу ХП, блять! Ну, лоу ХП, это просто не попадало. Бля, ты так сегодня хуёво стреляешь, мать, это пиздец, брат, ты вообще не подаёшь. Ты чего? Арина, он не подаётся, он не подаётся. Да, когда он на меня выбегает, он ебёт, как мне хуй петь. Вы готовы свою полчам покинуть? Подожди, стой, стой, дайте вебки, я быстрее, тихо. Да нет, я не подаюсь, Арина, я не подаюсь. Да, конечно, я не успеваю выйти, мне просто в голову прилетает. Я серьёзно не подаюсь, у меня просто вообще, я не играл в КС уже пиздец сколько времени. Давай не пизди. Ну, блин, а то, что ты подаешься, у меня... Да я не подаюсь, Арина! Ну, я тебе честно ставлю... Это что, настолько я плохо играю, что ты подаешься? Да я ставлю очко, что я не подаюсь. Минус очко. Бля, у меня после массажа какое-то состояние тебе... будет. Меня выебали и высушили, блядь. Марк, дай что-нибудь, Марк, я ничего не купил. Брат, у меня только коллаж, но для тебя. Пошли, пошли, все, играем. Вы готовы себе пукчам прикинуть? Да я реально не подаюсь, ребят. Ты что, дебил, куда ты меду заебнул? Чего? Аня, знаешь, сколько это медуза стоит? Он, походу, твой дом сейчас чуть продал, я не знаю. Чего? А... Чего? Она стоит 1000 долларов. Да, как? Ты, блин, Варину ты не видишь, а я, блин, стою спиной, ты мне хэд в голову даю. Блядь! Как же срака горит. Марк, давай, Марк, не баш! На нахуй тебя! Убил, убил. Марк, Марк, куда ты? Марк, все, это лёгко. Это крисовая в яме была, блядь. Ага. Марк, мы ебём. Марк, ты чё, вообще ёбнутый? А я думал, мы не играем. Мясо, ебаный. Мы играем всё вообще, что хотите. Жесть, вылетели вдвоём, блин. Сюда. Бля, Марк, нас так нас выебали. Слушай, мне это не нравится, я думал, бля. Марк, да, ладно. Марк, чё ты слышишь? Отмена какая-то, нахуй. Может, чеков позовём? Давай бустера Вилона позовем, может вытащим, блядь. Бля, если бы еще Наташа зашла, блядь, это было бы пиздато, но она пошла бы дрыгать жопой. Чего? Арин, ты че какая расстроенная сидишь? Мы не подаемся. Арина, я не шучу, я не подаюсь, честно. Да, слышу.
Я вас не слышу. А, реально? Бля, куда мы взяли? Вас ебут, наслаждаетесь. Да, дай, 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 дай. Это не она, брат. Я ни в кого не попал. Быстрее, 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 сейчас забанит, забанит, забанит. Не попал, сейчас попадешь. Не надо. Ты не попал. В смысле, мы мид играем? 7 раундов я вообще ни разу не попала. Вообще ни разу. Марк, ты такое мясо ебаное, что я тебя позвал вообще? Брат, мы мид играем, я не знал. Мы играем все вообще, что хотим. Вылетает как все. Ай-яй-яй, Арина не дождалась меня. Так, ладно. Арина, ты че какой? Ты Арина. Ну, блядь, я не буду играть. Вань, так на всю карту играем или как? Да, да. Арина! Короче, брат, смотри. Арина! Она меня не слышит, она меня замутила. Она же сказала, что она не слышит. А, вообще не слышит? А чего не слышит? Да. А почему? А чё себе что? Там что-то было? Арин нагнулась. О! Марк, давай, пошёл, пошёл ко мне. Флэш дал тебе на лонг. Я фул, брат. Конечно, когда у нас АФК Арина, вы выигрываете. Нет, мы ждём, пока она выйдет. Конечно, когда я ни одного килла не могу сделать, мне просто в хэд дают сразу, как обезьяна. Не расстраивайся, всё. Хотите карту поставим, которую вы будете тащить? Да не, просто я вообще не могу. О, не хотите пойти АИМку? Вать, вать. Ай-яй-яй-яй-яй! Вы не хотите АИМку? Не надо, не надо, Марк, не надо. АИМку? Ну блин, АИМку. Давай, 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 доиграем эту игру, можно АИМку. Я что-то не очень хочу. Не хочу. Да, алло, Арина, тебя слышно. Арина? Арин? А меня... Тебя слышно, мы тебя слышим. Ты нас не слышишь, наверное, да? Она нас не слышит. Скажите, что вы не произошло? Не слышно, сейчас не слышно. Скажите тебя, в игре, Арина. В игре, в игре, скажите. А теперь слышим. Слышно, слышно. А теперь, а ты нас слышишь, Арин? Арина? Походу, Арина? Нет. Арина? Пиздец, динамит. Там на ланке был кто-то. Давай, 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 Рамбус, давай. Уф, с давай. Первого? Да, да, с первого, прыгай. Сити, брат. Отца Сити. Флэш, ты жестко дал, а стенку. Ай, ай. Я пол. Ай. Слышишь, Арин? Слышно? Алло. Арина. Слышишь? Алло, алло. Алло, алло. Я не возьму больше авто. Соси. Я не хочу играть. Зови какого-нибудь вместо меня, пожалуйста. Да, они у вас просто Арина АФК. Просто я ни разу не попала вообще. Тихо, 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 тихо. Получается. Арина, Арина. Слышно, Арина, слышно? Арина! Да, да, да. Ура! Привет, Арина, тебя тогда не слышно. Блин, простите. Да ничего, бывает нормально. Ничего, ничего, бывает, только что это Аня говорила. Да нет, я просто ни разу никого не убила, я не хочу играть в Мультирик. Так, Ань, стой в планту, типа, вы в КТ стоите зачем-то, вы в плент не занимаетесь. Втроём встаньте просто, и всё, мы сами как-нибудь... Это какая-то игра, я не знаю, блядь. Слышишь, Марк, Марк, давай просто, ну, другие ганы возьмём. Да блин, сори, это если втроём играть, бармы было бы. Если очень рано, то покажу, какие ганы возьмём. Ну, типа, я с углом, меня с ВП убивают, ну, и так в третий раунд. Не, это скаут. Ебать, Арина, смёт! О, сгорело. Бля, девочки, давайте мираж вон для, мне кажется, вам там попроще. Ну, заебись. Ну, типа, что я и говорила. Ой! Ну всё, кровать отсосал, смотри. Алексей, привет! Нормально, Алексей. Девочки, нормально. Алексей, Алексей, ты в контру играешь? Играешь? Алексей, пошли за девчонок, ты сыграешь. Все нормально, бабуль, извини. Все нормально, бабуль. Она на меня так посмотрела. Бля, какой солдатик, блядь. Той. Алексей, Алексей! Алексей, заходи, пошли за девчонок сыграть. Привет всем. Привет, здравствуйте, Алексей. Алексей, сыграешь за девчонок? Им хлопам нужно.
Слушай, я за это... Мы сейчас затащим, хватит. Нет, нет, в смысле, это нормальная тема. Инфа какая-то есть? Да, есть. КТ и план. Они вас выигрывают. Ай, блядь, сайт, Марк! Минус 50, убивай жестко. Он спампо купил, спампо играет, это как вообще? Еще! Да, блядь! Марк! Хорош, Марк! Да я попала, блядь, по ногам ему, по яйцам прям. Давай, Аня, сука, за нас, за девок, блядь. Давай, Аня, сука. Давай, Марк, давай. Марк, давай, брат. Блядь. Алексей, заходи, давай, Алексей. Бля, ебать. Ебать, Арина подбодрила. Давай, сука, за нас. У Арины нет вебки, в смысле, что-то мне подлетело, что-то... Почему? Я ее включаю, она у меня сама отключается в дискорде. А, все. Ну все, она врубилась, ребят. Алексей вышел. Алексей... блять, Алексей. Испугался. Алексей, вы на меня... Испугался. Простите, пожалуйста, Алексей. Я не к вам конкретно. Алексей охуел просто. Вот так вот. Аня, ты сейчас работал так, что у тебя тиммейт просто выиграла. Так что нормально, не, сейчас вообще не шучу. Не, я не могу, у меня просто тилит. Не надо тилить, ну не надо, я просто... Ну а ко мне так играй, ну это пиздец какой-то, блядь, я не могу. Блин, у меня что, Алексей обиделся? Так я не к нему говорила, я просто хотела сказать, что мы можем выиграть. Алексей, сука! Блядь, мне теперь неловко, я же... Да нет, он 100% так не подумал. Не, 100%. Я просто потому что... Арин, просто купи жвачку Файф и активируй промокод. Я думаю, Алексею это понравится. Алексею понравится по-любому. А, ого! Я хуй знает откуда, дядь. Но это было нечестно. Да блядь! Дядь, почему ты так с нами не играешь, а с Ариной ты так играешь? Да, кровай, какого хрена? Блин, это вообще... Да я взял АВП, ну что не так? Ты прикалываешься? Ну реально, корабуль. Арина вышла. Да я взял АВП! Так смотри... Нет, Аня, я тебе объясняю. Она стоит в сайте, вы но пушите. Ну ты серьезно? Ну ты, блин, меня... Я просто... Ты мне хед ставишь за секунду. Все, ладно. Он без прицела в тебя стрелял. Я стрелял без прицела, да. Я попал первым шотом. Так же, как я и в Арину. Я также в Арину стреляю... Ну, типа, так же стреляю, просто я не попадаю, потому что это большая дистанция. Здравствуйте. Привет, Куся. Здорово, Слава. Здравствуйте. Господи, это шо? Она убежала, каравай. Она на КТ убежала. А думала, ты бы пошел. Она не думала, она видела его. Ну, типа, просто... Арина, зайди. Да не, 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 тактика была. Нет, Ань, я тебе честно говорю, я также убил, также точнее стрелял в тебя, как в тебя, так в нее. Да, ладно, он хорошо, во всех одинаково хорошо, стреляет. Хорошо, ладно, я значит, ну все, окей. Да при чем тут ты-то теперь? Он во всех одинаково стреляет. Да нет, ну это же видно, как он убивает меня, например, Криза, и то, что он. Ну так вы пушите, нет, вы пушите, вы пушите. Он балуется, Сарина, не балуйся. Все, не буду. Мне пить, мне нравится. Да я ничего не делаю, нихуя. Балуешься. Блин, да она вышла, теперь мне... Бля, все, я в тильте, на. Да ты ебал! Бля... Почему Кристина пол ебала, Вин? В смысле, я поймалась? Похуй, Марк, короче, за двоих ебал. Бля. Ну, Арина, заходи, но я ничего не делал, ну, бля, я не запомнила. Все, я тут. Арина, ну я честно убивал так всех, как тебя, ну, блин, я не знаю. Че? Ну, Арина, потому что ты уже второй раз, какой-то нет! Раз у меня говорит, потому что ты поддаешься. Блядь, Арина! Да я не, если я не буду, нет, я не поддавался, я стрелял ноускопом так же, как и Вишенка. Да, просто прыгал, блядь, бегал и т.д. Ну все, у меня разговор. Давай потренироваться, блин, я от того, что ну, всё, нормальная понял, игра понял, больше... Хорошо, все, я тебя услышал.
Вот ты сейчас опять, да, не подумал? Бам-ба-ба. Чего? Я вебки вывожу, Арин, выключи вебку, пожалуйста. Сука, фигачь его, фигачь! Маргарет, ты... Да охуели все, да блядь, ничего... нормально, блядь, что? Да ничего мы не делаем! Я просто уже вас не чувствую. Что происходит, Арин, включи вебку. Не, просто Арин, если мы нормально будем играть, другие девочки будут. Нет, мы не будем. Мы играем нормально. Просто мы играем с другими оружиями. В смысле, другие девочки будут обижаться. Какие другие, Марк, ты сейчас окоп? Ань, ты можешь побить его? Я один не блям. А меня кто побьет? У меня не получается, я давно не играла, мне ни у кого не могу убить, всё. Да нормально все, Аня! Да нет! Да! Мы просто тренируемся, мы играем по фану, всё, заебись. Просто такое ощущение, что с кем-то балуются, кому-то сразу хэд в голову, блядь, дают и все, типа, даже, ну... Да я не балую! Играйте наравне все! Пизда вам, ну. Блядь, дядь, мы, кстати, проебёмся без шуток. Да пиздаем все, блядь, допизделись они. Все, вам пизда нахуй. Крис Бэйби тут же где-то была. Да и пиздец тоже. Давай, Крис, где ты, блядь? На ВКТ. Чё ты, блядь, на! Коробочка! Ты как маленький! Как коробочка какая-то, пластиковая, зеленая. Все, Марк, я давай пиздаем! Они все, Марк, они допизделись, это базар, давай. Нет, вам пизда. Ой, Арина, ой, Арина, убивай, пожалуйста, если не трудно. Просто тебя просит, ну как бы, если ты не против, так сказать. А чё, Алексей, ты не захотел с нами, да, играть? Куда? Алексей охуел, мне кажется, говоря ему ещё. А кто? А мы что мы такое сделали? Ну, когда ты заходишь и слышишь, ах ты, сука. Ах ты, сука, сука, давай! Еби её, сука, за нас, блин. Если что, девчонки, вы можете на Б ходить. Он за нас играл. Девчонки, вы можете на Б ходить. Мы уже на Б. Вадя, ты где? Блять, минус... А, всё, вообще не попало, понимаешь? Вообще не попало. Не, а как? Всё! Марк, пошло дело, пошло, да вы ёбывались, нахуй. Марк, давай, брат. А ты чё взял вообще? Да, вообще бегу хуйней страдаю, дядь. Я не вижу просто противников. Марк, а я вижу. Погоди. Осталась Крис эта, вообще жёсткая. Ты знаешь, где она? Нет. Погоди, не... Блядь, Марк, убей! Вот, и это фан называется? Нет, это не фан, но вышло все правильно. Это тимплей, забайтили на кровати. Не обижайтесь, ну блин, я позвал тебя поиграть просто по фанчику. Ну честно, если что, не обижайтесь, пожалуйста, я реально, я типа позвал, чтобы поиграть по фанчику, не хотел там кого-то обидеть чем-то. Да нет, все хорошо, корабульчик, чё? Мы просто... Пчелкин написал, Арина, мой хейтер. Эй, я вообще... Да она это мне сказала, стой, на поддержку меня. Да, Алексей! Это Аня, сука, а не вы, Алексей! Алексей, а если Арина возьмет жвачку, Файв, вы больше не будете расстраиваться? Только честно, Алексей, скажите. Это да, цена жизни и вопроса. Алексей, заходите к нам поиграть. Алексей, заходите с нами поиграть. Да, Алексей, вы... Не, Алексей, не серьезно, пошлите. Это запрещенный ход. Все нормально. Давай, девчонки. Я был бы рад, если бы Алексей зашел. Это круто. Бля, я бы Алексей вообще вот так вот... Ладно. Отживал бы его. Подожди, слышишь, что-то... Не на Б, походу. Как жвачка? Да, они там, может, втроем, походу. Девчонки! Ну, если они молчат, значит, они на Б, брат. Плэнчит на Б! Ой, блядь! Она не достала, мать. Какая хуйня ты взял? Ты его нормальное оружие взял! Парашу, купки, я её подобрала, пистолет стреляла, блядь. Вадь, знаешь, что? Я видел, брат. Не, брат, держи. Вообще такую парашу покупает. Это охуенная пушка на ваншоте, ты чё? Мы, если что, играем просто с дробовиками, это не фан, если что, просто дробовики. Я типа в Майами на фейсе эти с Маком играю. Я тоже, она вообще ебанца, но ты тычки. Да. Блять, нас наебали опять.
А чё, по одному сложно же стоять, да? Ну да. Марка, давай попробуем. Ой, не прошли уже лунг, Марк! Блядь! Брат, ну, я тогда в это иду, блядь. Чё-то у тебя слышно так... Марк, давай, давай, давай по одному сайту. По точке. Да, давай, 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 да, пошли. И кто отдаст точку, тот вообще чмо. Ходите на Б, ходите на Б. Марк, ты на Б. Марк, ты на Б. Сука. Здравствуйте. О, Алексей! О, Алексей, здравствуйте. Алексей, ты серьезно? Мы предлагаем присоединиться к нашему, к нашей чудесной команде, нашей дружной команде в CSGO. Сук ебаных. Команде девочек. Сучек. Так вам такое предложение. Ее за нас, девочек. Отличное предложение. Алексей, вы принимаете? Алексей, вы присоединяетесь? Я заранее, да, я заранее буду извиняться, потому что у меня может зависнуть... Это абсолютно не важно! Плечо. Да блядь! Плечо. Ебать, лох ебаный. Алексей, Алексей, сейчас Алексей, давайте, Алексей, сейчас мы доиграем и каточку, вот эту, и вы заходите, да, это я. Мы троих выиграть не можем. Мы, вы, у нас ебут в анал вообще просто, ладно, все, давай, собрались, надо. Марк, давай жестко, можешь собраться? Да, могу. Марк, что ты вообще какой-то, я не знаю, что я позвал. Я ВП взял. Какой ВП, это не ВП. Марк, если ты не сможешь выиграть, я, значит, все на себе сделаю, но. У тебя 7 килот мяса, ебаные. Не помню. Краболь, у меня 2. Нормально, нормально, Аня, это еще не предел. Все, бомба, у тебя бомба, у тебя малы. Пизда. Ебать, Арина. Дядь, я тебе говорю, она говорит, что я подавался, когда там 5 раундов. Она меня так ебала. Она думала, что я подавался, а я нихуя не подавался. Бля, Арина ебашит. Он идет ко мне. Арина, походу, как день играет. Почти, Арина, молодец. Сейчас Крис доебет. Сейчас я доебу, нахуй. Давай, 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 давай! Бля! Ты что делаешь? Марк! Марк, брат, возьми что-то нормально, мы сейчас отсосем! Ну я день, нет, ну что-то нормально, ладно. Марк, я тебе позвал, чтобы мне отсосать, мы сейчас еще лучше с тобой отсосем. Бля, иди на Б, нахуй. Я думал, ты на А бежишь, я бежал на А, в итоге мне пришлось тересить идти. Блять, охуеть. Отсосите! Один на Б стоит, либо на миду. Алексей? Да-да-да. Как у вас дела сегодня? Да все замечательно, спасибо большое. Вы в КС жестко? Да нет, какой, я очень давно уже не заходил. Аж только комментирую я, представляешь, если я буду 6 часов комментировать, а потом еще играть мне. Жесть. Ладно, хорошо, ну сейчас вы потренируетесь с девчонками. Ариночка, включи вебку. Да е... Лонг идет. А, она у меня автоматом. Блядь! Ань, ты не хочешь вебку включить? Ты издеваешься надо мной! Я? Что, включить вебку? Нет, я в трусах сижу. Марк! О, чё? Там рука была отгрызанная в сайде. Марк. Просто рука отдельно отделана. Вать, ну это пизда, брат. Смотри, пожалуйста, вообще нормально. Марк, я красиво все сделал. Я сделаю красиво. В смысле, я убил кого-то? Ты отсосал, сейчас просто зашли в нам, у меня... У тебя ди... Всё, в пизду, вообще кого позвал, нахуй, Алексей, заходите. Да ты меня под конец игры позвал, ёбаный сыр, блядь. Ой. Каравай, вы были один против всех? Да, да. Я вообще... Ну, против троих. Да как тебя убить-то? Такие звуки нравятся мне. Хорош, Марк. Откуда ты знаешь, что я там? Марк, у нее Али была или нет? Ты топала, нет, у нее... Ластавик, ластавик, ластавик. Ты топала и не пошла дальше. Ты меня просто не бьёшь. Отвечись, отвечись. Нихуя, блядь, как заговорили. Хорош, Марк, лучший, блядь. Надо тебе ВП? Да, брат, давай, все, пизда вам. Даже Алексей не поможет в данной ситуации вам. Все, я подсобрался, брат. А тут оверы будут? Овер? Нет, брат. А, да-да-да, тут будут, тут будут. Девочки, вся надежда на вас. Я уже купила достаточно много, я больше на высоко, поэтому я уже, знаете, так, чисто балласт. Арина, без вебки. А в одну сторону, я в другую сторону. Арина без вебки пишет. Попала в Марка. Пизи, 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 фун фул. А на СВП, ёбаный рот. Ебаный ты мясо, бля. Откуда у них деньги? Деньги не проблема. Ебаный ты мясо, Вадь.
Не, девочки, браво, молодцы. Алексей, за нас, заходите в пизду. А, вы проиграли? Мы отсосали. Да, заходи. Давайте, что поиграем? Девушки, давайте Мираж. Давай, Мираж, давай. Стойте. Давай, Мираж. Сейчас я только закрою. А, выходить? Выходить? Да, нет, стойте, стойте, оставайтесь на сервере, да, сейчас у вас автоматически она загрузится. Брат, а я могу выйти, чтобы медузы поставить? Я сейчас хочу посмотреть на нее. Ты можешь сейчас выйти, брат. А ты ее скратила? Типа, еще я скажу, можно такое говорить? Ни у кого нету других. А, ты вывел? У меня другой, брат, я уже с ними сотрудничаю. Я на КСФЛ залил 50 баксов, вывел 1000. Говорю, с ними сотрудничаю. Нифига. А почему? Подождите, а Миража нет карты. Был. Почему, да? Ну, в выборе был. Блять, ладно, сейчас, короче, сделаю. Пересоздать? Сейчас. Мап. Мира. Алексей, а вы хорошо играете вообще? Все, пошло. О, все поменялось. Да я очень давно не играл, поэтому мне сложно сказать. Да, я тоже хотел предложить. Не, да нет, я с девчонками буду. Смысл, когда это... Ань, давай за нас, ты будешь девчонок так ебать. Три мальчика и две. Мы вдвоем и все остальные. Забей, да. Давай. Мальчик, Марк, давай только серьезно, прям серьезно. Да, я серьезно сейчас буду играть базару. Марк, заходи за КТ. Давайте 2-4 получается, правильно? Да. Нет, мы за КТ. Давай, это вышло нахуй. А где можно найти? Вышло нахуй. Где можно взять IP-адрес? Сейчас, секунду, Алексей. Да я знаю, что экран не видно, ребят. Если я вру... О, Алексей веб-камеру врубил! Уф, Алексей. Ебать! А почему я его не вижу? Так, Алексей... Стоит, спряталась. Бабуля, я тут ебу, а ты не снимаешь. О, всё, я снимаю. Алексей, как вас ВКонтакте зовут? К стеночке прилипшая. Алексей? Лёша Пчёлкин. А, Лёша просто А где Алексей? Я его не вижу. Скинул вам коннект. Спасибо. Да не за что, обращайтесь. Почему ты девочек мне ебать проще? Ой, конечно, блядь, конечно, их легче. Алексей, вы бы хотели с девочками поебаться? Да. По-моему, у него есть, так сказать, мадемуазель. В игре, конечно же. В игре я всегда не прочь. Алексей! Да. Хотите. Заходите. Блядь, гучи молим. Туда его. Ой-ой-ой, какая же там команда. Получается? Ходи ко мне, Ариночка, пожалуйста. То же самое, только с вами Алексей будет. А и я с тобой, Ань. А, все. Ну, все, мы с тобой так и стоим. Еще Крис к нам и Алексей. Давай, Марк, брат, Марк, можешь нормально? Не отсосать, как сейчас. Ну это нечестно, потому что вы сами выбрали за КТ. За КТ легче играть. Какое нечестно? У вас Алексей сейчас... Пусть они начнут за КТ, типа, похуй, пусть начнут. Да не, все уже все. Ну пофигу. Мы вам дадим фору. Сейчас я сделаю все. Секунду, так. Какую фору мы сейчас на серьезничек будем играть? Мы вам дадим фору. Давай, не пить. Мы играем и А, и Б? Сейчас, секунду, да. И А, и Б, да? Мне кажется, Алексей нас наебал, он... Не-не, вы играете только А хотя бы, не знаю, потому что это будет вообще невозможно играть. Бывает, ну нам пизда. Может, мы будем 3-3 играть? Ну это типа... Нет, нормально, нормально. Да нет! Почему? Да сука, Кристина, давай не надо, нормально так! Почему сука? Да я не тебе, я сам собой. Почему я сука? Блин, а я когда говорю сука, я не имею в виду кого-то, просто говорю сука. Ну ты говорила, типа, сука это заебись, типа, это как комплимент. Блять, там Алексей с хуйней. Нет, что-то еще было такое. Там Алексей с хуйней! Уехал Алексей. Блять. Ладно, мне кажется, мы сейчас такого хуйца посадим. Я сейчас не шучу, мы сейчас засем. Форс ради, пишите, ребята. Форс. Кто писать умеет, пишите быстрее. Вам пизда нахуй. Алексей. Да просто рейди. Просто напишите рейди. А как увидеть? А, вот я нашла Алексея. Марк, пожалуйста, брат. Да, давай. Брат. Жестко, можешь? У нас ножи? Да. У нас ножи. Ну, да. Мы, наверное, проигрываем. Вы, наверное, проигрываете ножи просто? Или как? Нет, Алексей. Или мы проигрываем? Вы проигрываете. А, нет, мы просто в честном бою, Алексей. Марк, нет, Марк. Просто играем ножи. Честный бой, 2-4. Брат, у нас честный бой на ножах или мы подаем? Да, честный. Нет, честный. У нас четверо, Марк, конечно, честный. Вебки побольше? Бля, ну могу сделать побольше. Но на весь давай после этого раунда. Давай, братанчик. Ой, так Марк, мы... Не торопитесь. Мезом, блядь, Марк! Сзади. Блять, вот Крис Вейк нахуй все руинит. Сука, блять, меня так трахали. Падет. Невозможно, в пизду мы не играем.
Теперь можете КТ выбирать, если хотите. Свапаемся? Нет, выбирайте вы команду, нам пофиг. Не, я нам и говорю, да. Свапаемся, остаемся. Выбирайте. Да пофигу, мне пофигу. Мы девочкам отступаем. Мы играем и А, и Б, поэтому... Мы девочкам уступаем в той команде чисто Алексея, блядь. Эй, Алексея, тут не обижаем. А мы точно идем и А, и Б? Может быть, А и Мидл играем или А и Б? Давайте, давайте. Нет, стой! Вы играете только одну точку, это невозможно. И А, и Б! Вы не... Да это слишком широкая карта. Это слишком для двоих. Давайте, давайте Мидл и А. Да, давай, давай, давай. И А! И А! Вадя, что кричи? Да, я. Ребята, сейчас будет самый жесткий матч в мире истории CSGO. Главное вместе, двигаемся, не разделяемся. Нас четверо, их двое. Мы задавим по-любому на размен. Коннектор, коннектор. Все, вместе, 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 вместе. Чуть подождем, чуть подождем. Они ждут, брат. Бля, сколько же шумов, пиздец. Алексей самый лучший. Давите, давите, хорошо. Крис в ладере. Заходим на все вместе. Мне нравится голос Алексея, мне успокаивает. Он сидит, наверное, на стриме, я не знаю. Он где-то крысит. Вот я чувствую, я начну плентить. У кого бомбон? Ну давай мы посмотрим. Я ковры. Он нычка, 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 нычка. Да, это говорю, он крысит. Блять! Алексей! Иди нахуй! Уф. Ну это легчайшее. Мы там ту выиграли без Алексея. Девочки, согласитесь, когда вот такой мужской голос в команде, который говорит, девочки, спокойно, у кого бомба? Да, да, да. Туда. Так кайфово становится. Давайте так же сделаем тоже через мидл. Давай, давай, давай. Вадя, брат, это пизда, блядь. Марк, ты замутанный. Один в окне. В окне пацаны. Половина примерно. Ковры, ковры, вышел в понту, Вадя! А, они ушли? Сити, сити, брат, сити прошла! Я прошел! Джангл. Брат, сити, сити 100% улетело! Ок, ок. Коннектор вышел, Алексей. Алексей, ты сал? В пленту, в пленту. Один пиздит. Мидл, один сити. А он в пленту. Алексей пиздит. Мог уйти на Тетрис аккуратно. Яма слева. Яма, яма. Да, на яме. Ой. Да я люблю Алексея, ребята, это шутка. Алексей, вы не понимаете, что это шутка? Алексей? Давай тут не пизди, карабулю, мы играем. Алексей! Ты где? Алексей! На степе, на степе. На шифте, шифте. Да-да, вверх, 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 вверх. Слышишь его, слышишь? А мне слышно, алё? Слышишь, Крис? Да, 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 да. Назад, назад, назад. Мне сейчас... Назад, тут! Ты не слышишь меня? Алексей, простите, пожалуйста. Я тебе... Блин, Крис, ты чё? Да, все нормально. Давайте эко сделаем, одно эко сделаем, не закупаемся. Алексей просто вот здесь. Ой, я... Ребят. Давай, мы с одним, давай, с одним девайсом. Все то же самое делаем, что... Мы все закупились, ладно, давайте закупимся, хорошо, забудьте про эко. Да? Да, давайте, пойдем. А ты где был? Он был в полосе. Я был там, где нас нет, там, где не виден рассвет. Окно контрольте только обязательно. Угу, они 4 мид, брат, походу. Бля, Марк, давай флеш даю жесткую. Выходи. Дал жесткую, выйди. Убил? Хорош. Под окном, брат, ладер. Дядь, ебатик с духуя. Их очень много. Брат, у меня яйца... Я сейчас... Где? Инфу дайте. КТ убил. В окне был? Убил джангл. Бляд, коннектор, брат! Алексей мидл, Алексей мидл! Убил! Марк! Пятюня, пятюня, братан! Давай, пятюня, иди сюда, брат! Вот теперь яко, вот теперь точно ничего не покупаем. Ничего не покупаем. Вот теперь пизда. Ебите меня, сраку, семеро, блядь. Пошла, ребята. Теперь мне через тактику как-то сложнее играть. Да? Да, давай, давай без тактики, давай просто играть. Давай, ты через тактику играешь? Давай. Давай на интуитивную, давай, полностью согласен, давай. Охуенно интуиция. Марка, что ты стоит так? Перед ямой. Алексей, что-то не так пошло. Что, яма? С левой стороны. Марк, по-моему, яма. У меня тоже мид есть, брат. На стуле сидит. Да, бомба мид, хорош. Сколько у тебя хп осталось? 33.
Нихуя там звуки прикольные были. Это Алексей сдает их. Бывает. Алексей, Алексей. Блин, Карапуля там прячется и ебет меня втихаря. Я вообще не понимаю. Как тебе не стыдно? Чё-то я сама себя такого не ожидала. Один в окне будет, я слышала, как разбил. Конечно, при душеньке слышал. Охуеть, Алексей, вы очень вот хуйня, сильный да? игрок, вот блядь. У, блядь. Арина, я с тобой. Вываливаемся. Вываливаемся как пунктики с трусиков. Блядь, куда я фликаю? Вы вывалились. Марк, Мид, не ходи в пизду его. Я, не, Мид это отмена, там 3 балла вываливаюсь, нихуя не делаешь. Сейчас Давик отожмем, будет интереснее. Пизду этот мид, брат, нахуй надо. Я согласен, пизду нахуй. Давай я вам возьму, встань-ка в руки, блядь. Ну и рядом с тобой стану. Давай. Здесь они раскидку, блядь, кидают! Да там вообще пизда. Там Алексей вообще заряженный. Пизда. Не, дядь, я не знаю, вишний шоколаш называется суперкокер, блядь. Ой-ой-ой-ой. Что? А почему он меня так называет? Инфа? Джангл. Окно, окно половина. Смотри, смотри. Может в коннекторе быть справа, вишенка. Да, здесь. У него 50. Алексей, как вот вам не стыдно врать? Я full HP. Full HD ты. Ого! Я бач! За что, блядь, Алексей? Бадибак, Алексей. За боксами на топливу. Пиздит. Пиздабол. Не пизжу, не пизжу, не пизжу. С тобой постоим. Ха, ты пиздит. Ха, ты такая! Урыл. Блин, Алексей, за что, чё я сделал? Девочки, он на топ мидли, давайте. А, Крис, ты одна, господи. У тебя еще пистолет. А бомб забрала. Охуеть, я по ебучке сунул. Времени мало, можешь не успеть. Пробуй пикаться с ним просто. Поиграйся, поиграйся, Кристин. Не, все, Кристин, ты не успел, я ушел. Бля, ну почему? Я ебать в такой тайминг Кристине по ебучке сунул. Я хотела коллаж. Да Марк! Взять. Да нормально, не надо, не надо. Я сказал надо, вот это ты залупу всосал уже 3 раза. Вишенка, дай пожалуйста коллаж. Ариан, давай я тебе флешку накину. Не надо, нормально. Уверена? Да. Да жестко делай. Арин. Арина. Спасибо. Ты что такая грустная? Нет, не грустная. Ох ты, блядь! В окне. Ты что, с Ариной меня так забатила? Нихуя себе. Слева. Да Вишня, ну ты заебала, ты рофлишь нахуй. Ковры, брат. Хорошо. Авик забирайте у него. Пойдет. Бать, я сам все знаю, меня Вишня убивает. Отлично. На старт дать вам смог? Кто у нас Авик пикает? Блядь, Алексей, блядь, трахает, я вообще ебу. Сори, на Савик. Иди за мной, за мной, иди за мной, иди за мной, Марк. За мной иди, за мной просто иди. Блядь, ты что ж ты берешь-то, еб... Что-то у меня тут башка болит. Вот эти со мной просто. Брат. Мидл поджимаешь флэшку, аккуратно. Флешку дал флеш. Я фул, мидл. Нахуй. Заебись, значит сработало. Я еще дал. А вышли, я фул. Я фул. А, они вышли, на миду поджали. Аня, вышли. Ковры. Один джангл, один... Алексей, ковры. А это Крис. Ох ты еб... Ебать, оторвал. Джангл. На Тетрисе, брат. Пойдет. Окно ласт. А, щит. Только дигл. На вишне третий раунд подряд, ебят. Все, на КТ. О, хп. Арина, аккуратно, не отдай авик даун здесь. О, хп. О. Авик отдали, он на КТ. Халява? Информация.
У него ВП еще будет, если что. Ну или не будет, или уже есть, или было. Он джангл пойдет. Или коннектор. Че, Серега? Скажи, краунд начался. Начался. Спасибо. Че ты включен? Охуеть, ребята, что-то у меня вообще жесть, жарко, жесть. Да, Алекс, сейвишь? А чё нет? Ну ладно. Бля, Марк, как мы будем за Т вообще играть? А, ну на две точки будем ходить. Потому что это вообще невозможно будет. Брат, иди туда, куда ходил с ВП. За что ты так Алексея дал жестко? Я не знаю, бля, Алексей, ебать, я вам оторвал просто. Нет, там реально жестко было. Это было красиво, это главное. Ну там реально жестко было. Ой, давай не пизди, девает там, сидит, бля, потеет, как не знаю кто. Нет, у меня очень голова болит, я спать хочу. Ой-ой-ой-ой. Я сначала втыкнула, думала, типа, до сауда зашел. Ой. Стэрс. Это на лестнице. Да. А, ну... Немножечко. Папа, нахуй! King of the CSGO, блядь! Сосать. Хорош. У меня вообще тиммейт... Да ты за... Марк, возьми сзади. Смотри, последний раунд. Пожалуйста, сзади. Если не убираю четверых, все, купаю нормальные пушки. Да я уже тебе кинул, блядь, я деньги проебал за тебя. Нормально. У тебя 1600 еще есть, брат. У меня пинг! Как? Пинг! Я раньше выстрелила! Ребята, мне 5 пинг, чтобы было. Да я такой хуёвый! Два яма выше! Окно был. Может быть, в коннектор уйти. Сука, пинг 3. Дангл стоит. Ой, блядь! Ой-ой! Марк! Мама! Выше прицел! Коннектор. Это что было? Это Аня так полетела, просто смог меня хуярить. Да. Нихуя ты. Я испугалась. Ты остался? Опа. Справа. King of the MVP, бля, ебать, чё они, я так... Хорош. Ладно, сейчас пососёшь мальчик. У меня, я выхожу, у меня из-за пинга позже выстрелила. Фу, ребят, да какой пятяк 5? Вообще-то 8. У меня 11. Так я говорю... Ну, тогда значит он у меня повысился. Мадан, покидайте, пожалуйста, ссылку просадка на Dragon Money, ребят. Это за то, что у тебя большой. Покидайте, пожалуйста, мне Dragon Money, ребят. Кому не падло, ребята, кому... Не, у него больше. Брат, мидл вышли, я сосал. Брат, как он белый. Брат, у меня все хуёво. Лоу хп. Блин, Марк! Дезаут, что? На, по башмачку. Ой! На, поебал. Аренечка, вот. Коннектор хорош. Марк, хорошо, да, хорошо, брат. Хорош. Все, вот сейчас вот так и продолжаем, брат. Ебать, это как. Конечно, продолжайте, когда муха. У меня 9 КД! Пошло, блядь. Брат, можешь расслабиться. Расслабиться? А мы играем всю карту? Можно это расслабить мне просто нахуй? Мы тоже играем? Нет, ну, играем только мидл. А когда мы будем играть, столом играет, блядь. А когда мы играем, тоже только? Да. Мы проебали. Не-не. Либо. Ну, пока даст. А, блин, Велос Глокамоль, ну, шо лупил. Вверху будет Арина. А, не то. Арина в дым убивает, брат. Яму вышла. На тебя видно было. А я её не видел. Блять. Что? Просто плюнул, блять. Кристин, ебать, у тебя просто залетает по ебучке. У меня магнит какой-то, а не голова. Алексей. Ну это рандомно. Алексей разыгрывает клатч. Не понял, Алексей. Мне кажется, Алексей новую бомбу ставит. Сити.
Возле сети он, я слышала, где-то справа, слева, сверху. Чузи пишет 25 кадр. Чё? Нормально все. Не, он где-то, он там на сети чекает с авиком. Скорее всего, на бусте сидит, на коробочке. Что? Вадя. Что я, блядь, сделал вообще? Я такую хуйню сделал, еще его убил как-то. Хорош. Ребят, спасибо всем игрокам, кто зашел в Dragon Money, ребят, спасибо, реально огромный теорем. Охуеть, ты ему я дал. Я после КС-ки раздам вам... А ты сидел где? Бабки, на коробочке? Ну, не падал, ребят, можно... Просто в КТ был. Зайти. Спасибо огромное, ребят, реально, безумно спасибо, что будешь. Наушники. Алло, меня слышно, Марк? Да-да-да, брат. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Алик. Да, блядь, почти. Там Гуакамоле без КТ. Я видела, да. Марк, видел, вроде. У меня бомба. Два мидл, по-моему, должна. Окей. Да, last middle, 100%. One way у него справа. Куда я? Погоди, брат. Дал флеш. Второй 100%, брат. Он в коннекторе уже. Он в окне был. Не знаю. От меня странно пахнет. От меня тоже. У меня член воняет. Ой, бляха! Что? Ты попадаешь, я не понимаю. Я просто ебу эту игру. Блядь, что с тобой происходит? Я не знаю, Алексей, вы просто лучший. Ой. Алексей, весь чат пишет, что вы в тильте. Вы в тильте? Я в тильте. Нет, да, Алексей, нет, Алексей, не Алексей, давайте кольте, кольте. Алексей, если бы мне было 16 лет, как корова, бог была бы игра, конечно. Урыл! Алексей, вы можете мне скинуть что-то важное в снапчате? Стоит авик на выходе. Было правильное решение, да? Соу-соу. А, ну хотя у меня такое оружие, что, знаете... Там АК лежит. Я вот... А как? Блять, Марк, этот, палос и Тетрис. Палос, Тетрис. Он вообще без ХП. Он где? Тетрис. Ну он уже ушел, наверное. А убил-то, хорош. Мясо. Ну Крис, бля, ну Крис, нахуй. Ау, бля. Бля, чё так толстый? Как нам играть за Т вообще? Это же вообще пиздец, мы не выйдем, они просто сидеть будут. 47, ты же настрелял 33 на 4, как ты не видишь? 33 на 4, сколько мне сейчас кода интересно? 9. Алексей, вы считаете? Там 1-10 хп, спасибо. А, нет, не 9, чуть меньше. Почему я никогда не могу выйти на Арину или Вишню, блять? Ковры, дядь. Ковры. Ай, ты заснула! Я вообще не понимала, где ты. Я поняла, что ты вообще, да? Все, стоишь, на коннекторе. Крис, он коцный. Крис остается постоянно одна. У меня опять! У меня радио на улице! Опять война! Что-то. Опять война. Осуждаю. Ебать! Что это? Мы будем делать деньги, мы будем делать бабки, мы будем делать тапки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы только играем? Мы только играем. Ну, мидл, а, да. Окей. Окей. Брат, ну сейчас будет очень трудно, okay. Прям пизда. Что это? Да мне всю игру трудно, Вайт. 5-10 нас ебут? Я ебу, да. Да не, это иллюзия. А я проиграла. Марк, за мной, Марк, за мной. Нет, Марк, надо вместе играть 100%. Что проиграла? Блять, короче. Давайте 2-2. Ну, я не понимаю, что ты говоришь. Два глубоко, давайте, в смысле, два в пленту. Два глубоко. Алексей! Я стою глубоко. Алексей! Прошли уже коннектор. Алексей, да вы что такое? Ой, коннектор, говорю. Шорт, хорошо. И вас джангл. Джангл вас. Белый. Да как тут передо мной? Ходец. Блять, два глубоко!
Марк, эко, 100%. У меня что-то с игрой, подожди. Сейчас с руками что-то. Он просит. Алексей такой счастливый сидит, я только сейчас на стрим посмотрел. Алексей, блядь, это же... О, какой. Ой-ой-ой-ой, какой. Мне такое очень нравится. Аккуратно, там ухи, скорее всего. А может быть и Галила, Алексей. А может быть и Галила. Но бомбы не было, поэтому не знаю. Алексей-то аналитик жесткий, так что, блядь. Пойдет. Видишь, ковры запушила. У меня пачка в Пелосе. Два ковры запушили. Яма. Придите ко мне кто-нибудь, у меня пачка. Он проскочил. Чё за... Тетрис? Я... Не-не-не. Или да, я не поняла, либо... Да блядь, я бы такой ваншот дал, ебать! Ну, конечно, мне только прилетело 5 из 10, 15, 20, 40. Главное, что мы разменяли, бери, мы же команда. Бери. У меня просто магнитик. Брат, иди за мной, не надо ходить туда, это не вас там очень трудно. Мы ее сейчас разыграем это, и все, там изи вообще полностью. Блядь, я же Торину в тильтику вообще не слышу. Я никогда не думал, что этого скажу, но у меня лагает Counter-Strike. Она играет, она просто играет, она потеет, понимаешь? Все, понял, прости. Да. Мы играем. На мид. Еще коннектор. Шорт. Бля, Марк, тебя только вешенку убивает. Я в таком кейсе, просто она идет туда, куда иду я постоянно. Это знаешь, связь, синхронизация. Да. Джангл. Алексей. Нам нужно трахнуть кровавое. Ой-ой-ой, Алексей, тихо, второй. Алексей, у меня будет первый раз, так что если что. Ничего, первый раз понял. Алексей, блядь! Тебе понравилось, корабль? Бля, выебали в рот вообще жестко. Там Дима встретился с Диной, блин. А он не стрим, нет? Свершилось. Здорово, Витя. Час назад историю записал, как они встречаются. Да. А мне Димон рассказывал больше, конечно. Ладно, шутка, ничего не рассказывал. Капец. Марк, ты будешь что делать? О, Пелос стоит. Ковры будет. Да, ковры. Под коврами вроде есть, брат. Да, не пизди. Джангл. Ну, половинчатый, наверное. КТ, Крис, ТВП вроде. Под коврами нету. Я не могу. Чё, КТ? Блять. Он перед тобой выходит, в смысле. Ребята, вот она. Да и просто двое было, и типа, да, непонятно куда. Пизда. Бля, Марк, все, мы ебем. За мной, Марк. Да, ебете. Накачанные трицепсы, да, блять, жиром, ну еще, блять, ну да, я еще. Next round сделаем так? Да. Коннектор аккуратно. Чего? Хорош. Алексей, брат, извини меня, я с читом сейчас. Да я понял уже. Что? Алексей, прости, я с хуйнёй играю сейчас! На голове и джангл. Происходит удивительные вещи. Я не понимаю, что со мной не так, а просто я вообще убиваю в ноль. Охуеть, что у меня летит-то? А ты кроме головы мне можешь что-то ставить? Не знаю. Куда, брат, куда? Я написал на в чат. А, давай. Я КТ. Блин. Давай. А, стоп, нет, не смогу я. Блять, лам, похуй. А, мы хотели запушить в ковре яму. Давай. Я в касты. Пока что. А, раз, спасибо, Грон, что в Драгонмане заходит. Спасибо, Грон, ребят, безумно приятно. Я КТ даю. Меня слышно, Марк? Да. КТ дым дал. Пиздата. Классно поиграла. Ты что, зарезал кого-то, хорошо? Так бомбу, брат. Брат, смотри, Палос, я тебе зачем, Палос? Нет, наебал.
Пауэс, пауэс, я понял, понял, не пикай, не пикай, брат. И КТ, 100% КТ, слышно, когда он кидал эту гранату? Я Крисой прошел. Куда его, Крис? Да я не понимаю, где он? Блядь! Нет! На нож, на нож! На нож! Да блядь, они все! Опять просто... Просто... Что? Как Алексей, вы оставили в капту, что нож затачивали? Немножечко, типа че. Алексей, блядь, ну за что, Алексей? В том же месте, в то же время! В тот же час. Да вообще... Алексей, капец, вы жестокий. Не, давай, давай наоборот, давай наоборот, наоборот, наоборот. Давай, 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 я на... Ты давай. На золотая чаша, золотая, эй. Наполняет она ароматом чая, эй. Уф. Алексей, давайте фитоним. Легко. Давай, давай. Яма. Ну почти, брат. Один яма. Да тихо, я же пошутил! А я нет, бля! Так это фейк был, типа флеш подойдем, бля, Марк, пизда. Букамоли вообще каленый, яму выкинули. Фаербокс, фаербокс под кобрами. Яма. Хорош. В яме остался? У Кристины папа болит. У него лоу хп. Сисли, у него 96, лол. Не, у него лоу. Ой, блядь. Я ему просто обхаркала. Ладно. Че, если пишу 25? 25 тысяч донатили. Охуеть они. Блядь, Алексей! Алексей с хуйней! Че за 25? Не, у меня люто лагает, на самом деле. Я не знаю, в чем. У меня пинг 23, чтобы вы понимали. Это типа плохо? Это плохо. Нихуя себе! Нет, Аня, это хорошо. У меня 80 пинг. Пинг 20, это хорошо? Да, да, да. Но, не знаю, мне как-то хуёво. Нравится. Мне тоже хуёво от этой игры, блядь. Есть окно, брат. Он с хуйней. Ниже вантапает, блядь! Она просто на ходу вантапает, нахуй! Марк, давай я Марк. Понял, ладно. Марк, пошли. На, возьми. Возьми вот эту хуйню. Девочки, один раунд, и у нас паритет. Валяй. А потом мы уходим вперед. 50 килов у каравая. И 18 у Марка. Нормально, нормально, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то лагает страшно, бля. Да ладно, Алексей, вы не отговариваетесь. Не-не-не, игра лагает все время. Сложно, прям вот. Ну почему, мама? Ну почему же ты? Мне второй раз такая хуйня не залетит, Ань. Он уже закалённый. Там в Алексей в КТ, Вадь. Коннектор аккуратно. Коннектор и шорт. Витёк, как жизнь, брат? Джанго будет, мне кажется. Ну, хотя... Тихо. Бля, Кристин, как же я обожаю тебя убивать. Это просто охуенно. Лас с хуйней, лас с хуйней, чел. Все хорош, Марк, хорош, с хуйни убил. ТВП надо? Да, ну бери, бери. Пиздаем. Бля, я не знаю, Кристине просто в голову летит. У нее уже дырка, у нее уже в реале башка заболела от того, как сейчас дырка за шеей. Это вермишель. Вермишель. Что? Дыр-дыр-дыр-дыр, вермишель. На мне цепи золотые, цепи. Дырка за шеей. Каравай, давай, брат, под мою, под мою, пошел. Оу, я фул. А! Аня в коннекторе опять. Да не пизди! Бля, она сама не понимает, как она убивает, ты понимаешь? Блядь. Выбор без души. Нет любви. Топ минул стоит. Топ минул по боксами, за боксами стоит. Там пачка недалеко, к 100. Сейчас заберет, по-любому заберет. Быстрее, быстрее! Ариночка, бегите! Ну почему? Ушел, ушел, Крис, ушел, ушел, бегите! Давай, великий демон.
головой, блядь! Хорошо, молодец, кто там с мидострелом. Как меня забатили слева, боже! Я еще не попала, так расстроилась, думаю. Да главное, что ты, постреляла, нет, да. Ты очень жестко забатила меня. Ладно, пизда. Я думала, это опять камушек. Не, Марк, давай. Да, да, да. Только, брат, осторожней, осторожней. Подожди, все, не торопись, не торопись. АВП в окне. Хорош, минус АВП в окне. АВП улетела. Мидл, мидл, аккуратно. Коннектор будет. Алексей, ну как же вам врать любите? Да блять, на голове. Что он там? Что, да, я не зарежу. Так же на голове. Спина, спина, брат! Коннектор, коннектор, брат! Ставь бомбы, ставь бомбы. Какой я мясо, мне просто можно отжарить на сковородке, я не знаю, почему. Ой-ой-ой, как красиво сказала. Я не понимаю, почему я не попадаю вообще. Бля, плюс чётко вообще же мясо отжарил. Свинина просто валяется. Ребята? С кусками жира. Блядь, я такой дымпостар дал охуенный. Дядь, слышь, а где он вообще? А хуй его знает, я же говорю, охуенный. А попала! Я попала. А сделал хп, сделал хп, на миду, мид. Брат, на фейке сейчас иду в яму. Брат, в окне. Окно, окно, брат. Я с тобой. Сейчас, сейчас, я с тобою, как в раю. Чувствовала, вот они а, яма, 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 яма. Вдвоем или один? Ну, вроде вдвоем, я не знаю. Хорошо, хорошо. Пойдет. Вишня очень красная, у Арины 50 хп. Ой, блядь, я не понимаю. Когда она научилась так играть? Мне кажется, дело не в том, что она хорошо играет. Понял. Урыла! Крыс, да, этот не пизди. Нет, я Ариночка, вовремя включается, вовремя. Туда, туда, туда. Вишенка, я не это имела в виду. Да ладно, мы все поняли. Имела в виду, что я хуёвый. Да не, мы все поняли, что ты имела в виду. Да, мы поняли, все, спасибо. Вот так вот, так вот, Кристина, да, блядь, за спиной пиздит. Понятно, все. Я ничего не пиздю. Это красиво делаешь. Ничего не пиздю. Да что себе пишет 25, что я сделал? Может, тебе 25 тысяч закинуло? Да ничего не снова смог старт, а не снова на миду. Ебать, флешка была, нихуя себе. Ебать, там газует. АВП в окне, брат. Он каленый. Это Алексей. Под окном один, один топ мидл. Откуда? Делаешь? Крит в коннекторе. В коннекторе идет слева. Слева. Та-та-та-та. Шорт коннектор. Шорт, шорт. Шорт, шорт, шорт. О, слева будет. Слева. В джангле стоит. В джангле. Ну почему же ты? А я попал у тебя в расстрел? Ты осталась? Ага, Арина. Вот так вот. Я успею пописать сходить? Угу. Не думаю. Ничего, ничего, успеешь. Теперь вопрос, где теперь мне найти Арину? Это будет трудно сделать. Она обычно в КТ играет, брат. Не страшно, она за ящиком в КТ, скорее всего, сидит. Марк, мне страшно. Ждет... А ждет, когда начнешь бомбы ставить на зайчиком в КТ, брат. Она там сидит. Ой, блядь! А ты что, не стреляла? Да просто. Не понял сейчас. Она теперь тебе подает. Сначала ты подавала, теперь она тебе. Вот так вот, да? Понятно.
спасибо за буст, Вадим. Бля, 58-12! Я просто, я каждый раунд умираю, нахуй. Окно. Чё за 25-й кадр, я не понимаю. Реклама крас... Ебать! Меня прошили! Мне одно хп, брат. Как-то неуверенно говорит Каравай об этом. Ой! Прошел, прошел! Алексей джангл. Ё-моё. Блять, Алексей! Кто там? Каравай, ну только пописил. Кто там? Арина на своей позиции, скорее всего, брат. Я только пописил. Только пописил. Ковры, мэйби. Может скотевать. Да, скорее всего. Против коннектора видел. Это залетело хорошо. Сзади где-то она. Ладно, вот сейчас довоебывался, сейчас довоебывался. А это так смачно. 25 тысяч. Ты еще не закинули, чего вы пиздите? Какой там музло хуярит. Чего вы пиздите? 800 рублей, блядь. Мне пишет 25-й кадр. 25-й кадр. Что у тебя? Значит, что-то промелькивает на экране. 125 FPS. Нет, типа, что-то у тебя либо FPS, либо у тебя пишут, какой-то там реклама что-то проскакивает. 25 кадров реклама. Сейчас посмотрю. Реклама на 25-м кадре. А как мне... Блин, вообще тупой, нахуй. 25-й кадр. Мидл не заняли. Ковры аккуратно. Ну почему же ты... Я вообще смотрела... Ой, блядь. Короче, да, Пэлос. Алексей джангл АВП, Вадь. Я бы его убил, я бы поживи, поживи, брат, поживи, поживи. Флешку дал. Уже в планту. В планту уже. О, хп, о, хп. В планту прям еще хп 5. Джангл и коннектор. И сверху один, на дереве. И дерево. Это... Бля, сейчас еще допы тащить. Ладно. О, еще. Ну, блин, даже интересно, что там такое? А, да, реально, у тебя 25 кадр, Карабуля, сейчас открыл твой стрим. А как это понять? У тебя, короче, когда маленький баннер с рекламкой про проскальзывает, ага. У тебя на долю секунды красава просто на фуллскрин. Хуя. Похуй, короче, красава, брат, давай в следующий раз увидимся, ну, как-нибудь. Потом поставлю, блядь, надеюсь, не обидится, блядь. Ебать, что такое мельпизерное? Нормально, нормально, нормально. Так. А мы уже играем. Мидл стоит. А, да? Да, топ мидл стоит. Блять. Шорт, шорт. Ай, салат. Вишня без ебала, у Вишни один хп, брат. Она в джангл ушла. Да ой, ты чё пиздишь? У неё она, было... она очень красная, брат. Она очень красная. Ты рофлишь? У меня не... У меня было 23 хп. Ну это вообще... Один хп, говорит. Видишь, на голове. НТ. Сука. Пойдет. Да не пойдет, нифига, Алексей, как хуйня, блин. Почему? Все отлично. Бля. Как же ебет. Ладно, давай, Марк. Ебать, я что тебе сделал вообще? Ты что мне ебучку оторвала? Ты мне 10 раундов подряд ебучку оторвал. Ебать его. А, там Алексей, блядь, ебет нахуй за всех. О, я льтабнулась. Пожалуйста, не бей. Тихо. Мидл не вижу. Походу не раскинули даже. А, раскинули. Ну, снова парты будут, фол. Скорее всего. Охуеть! Там же? Бля, хуй! Марк, брат, я смотрел. Ты рофлишь? Чего? Бля, дядя, такое мясо ебаное. Да господи, ну сука! Тихо, получай. Лучше, Арин, молодец. Включаешься вовремя, на самом деле, молодец.
Марк, неплохо сыграли, ладно, нормально. Марк, да и похуй, отсосали, блядь. Главное, что мы не проиграли войну. Почему мы такой хуёвый сегодня нахуй? Марк, брат, Марк, мы забьём вам реванш, им пизда, я тебе базарю. Не, на самом деле, давайте, вот я завтра соберу компьютер, и вот реванш, согласен. Завтра соберу компьютер? Не, сейчас очень плохо. Сейчас без компа хуярим. А мидл. Без компа, блядь. Без компа играю, телефон. А вы сейчас чего, Алексей? Я просто с ноги? Не, он просто плохой у меня, старенький уже. Поэтому сложно. Двое мидл. Коннектор, брат. Брат, окно есть. Аккуратно. Блядь, коннектор и шорт. Стой, Вадь, не торопись, дам тебе пиздатый дым. Можешь выходить. Он проходит. Я видела его слева. Окно, брат. Ай-яй-яй, Алексей, как так-то? Алексей. Да. Я думаю, вы понимаете, что это все шутки. Да, что именно? Пойдет. Как я не попал? Брат, где-то там. Дефолт. Что именно? Ля, сука, ждет. Да пикни! Она тебя не ждет! Один справа, да, видимо. Лучше! Почему оно его тапается, блядь? Молодцы, отлично. Почему нахуй? Не, брат, ты меня вообще не в форме позвал, я ебал этот Counter-Strike в жопу, блядь. Крип. Ебать, ты мясо. Марк, все хорошо, я так играю. Да нихуя не хорошо, я вообще попасть не могу, нахуй. Я попросил с игру, я побежала. Давай, пока. Спасибо, Ариночка. Теперь Марк. Она же поняла, что мы еще не выиграли, да? Да. Нормально, Марк, давай сейчас выиграем. У меня, блядь, запястье болит. Нихуя там смог профессиональный какой-то прилетел. Марк, они все у тебя. Коровай окно, аккуратно. Крис. Угу. Стул уже, одна стуль на стуле, брат. А, на Тетрисе и в сайде. Между. Хорош. Алексей, ну вот что-то вообще. Блин, может, Арина подумала, что мы выиграли? Да, она 100% подумала. Ну ничего, ребят, нормально. Ну, ладно. Тут просто могут быть вторые допы, да. Ребята, еще кому не падло, мне слышно? Слабо. Ребята, кому не падло, можете зайти, пожалуйста, на Dragon Money, зовут Ревелся. Капустный пирогом пахнет. Спасибо всем большое, ребята, сейчас модератор нам покидает. Немытыми яйцами пахнет, блядь. Марк, меня слышно? Что-то у тебя по КД воняет, Марк. Походу, надо. Четко, брат. Да. Я ничего не слышал, но да, брат. Нет, стоять, нет. Голова. Брат. Пойдет. Блядь! А, джангл. Подожди, флэш дам, стой. Не торопись. С КТ вышел. У меня в планту. Пролезь, Алексей, помогите, блядь! Да все нормально, времени там мало. Стрела! Стоит у меня, уходи, убивай сбоку. Помог. Уже в пункту. Слева у тебя, слева. Еще левее. Еще да, левее. Вот здесь. Да, Марк лучший! Ебаный! Марк ебаный, сука! Козёл, бля. А мочи нас что-то анчи. Марк, вы сегодня стримите? Да. Да, это не стримит? Нет, я говорю, что? Вы сегодня стримите с вами? Да. Ебать, там Аня такая копченая. Ебанешься. Она как загар сделала. Не, я понял. В корабле придешь, ахуее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 еeee Алексей, блядь, был сайт хорош. Нет, на голове также. Давай, трахай! Блядь, брат! Меня Алексей ебёт! Блядь, да трахни его! Там же! Правильно! Трахни его в жопу, говорит. Хорош, Марк. Давайте в нём будет ничья.
Да, нет, давайте серьезно, давайте вот все закончим вот так вот, на мирной дружбе. Да, 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 да. Давайте. И давайте, давайте в следующий раз, ну, где-то через денечек, может. Алексей, вы как вообще? Да я замечательно, я же говорю, завтра соберу компьютер и все будет хорошо. Алексей, давайте послезавтра мы соберемся вместе и еще раз поебашимся. Вы согласны? Статистика на HLTV идет? Да, брат, да. Обязательно. Спасибо большое. Все, спасибо за игру. Спасибо, Карапулечка, Танька. Спасибо. Спасибо вам, пока-пока. Спасибо, ребята, огромное, спасибо. Вадя. Спасибо. Спасибо вам, большое. Спасибо, брат. Все, все выходите, да, если получается солочек? Да нет, мы... Смотри, что я такой хуёвый. Марк, а ты посидишь со мной с веб-камерой, или ты вообще... Я тоже посижу с... Нет, ты без веб-камеры. Нет, нет, я говорил с веб-камерой, нет. Не перефразируй. А, ну тогда давай. Аня, включи вебку. Да я с сиськами сижу. Да ну нахуй. Сейчас приду. Да, Марк, да уйди! Ебать, у тебя сиськи, бля, обидшие. Да встань! Хуя себе, бля, чуваки, что-то нахуй. Бля, брат, слышь, Марк, сижу, тебе? Бля. Сиськи тупо на коленках лежат, блядь. Тема! Захожу, тупо на коленках лежат, блядь. Нормальная тема. Марк, нормально было же? Нормально, нормально, на коленках лежат, блядь. Ты чё, охуел? Сука ебаная. Марк, со мной посидишь тут справа, блядь. Пока я буду делать интеграцию. Бля, что такое красный? Фу, бля, ребятка, как же... Блядь, жарко, жесть, я сейчас сдохну. Где мой вентилятор вообще? Жесть. Так, все, Карабуля, захожу на твой стрим. Спасибо, спасибо. Я могу демонстрацию просто показать. Блядь. Уф, Dragon Money. Dragon... Да, да! Погнали на эту, крутил. Давай, пошли, пиздаем. Сколько у тебя рефов, брат? Я на дабл. Рефов? Я только, брат, первый день сейчас. Сейчас посмотрю, сколько будет. Давай, давай, не пизди, давай. Прием ставок закончен. Подождите, ребят, сейчас пойдет жесткие ставки, нахуй. Давайте, ребята. Сколько серий было? Либо красная, либо желтая будет. Сейчас желтая 100%. Зеленая, блядь. Давай 500 на... Вать, каждую ставку на зеленое по 500 ставки. 500 на, да, каждую ставку. Хорошо. Ой, блядь! Косарь 200 закинул на зеленое. Бля, не, каждую ставку по 500 делай на зеленую. Понял, понял. Нам два раза уже брокало, это такая имба, нахуй. Это 50 тысяч монет. Сосать, нахуй. Халява, Марк. Первая есть уже ставка выигранная. Хорош, хорош. Пацаны, короче. А где, да, где, да, рефералка? А вот, вот. А, вон реферальная система. Вот сюда, ребята, кто перейдет, спасибо вам огромное. А чё у меня Дискорд? А где моя вообще... Где... А вот, блядь. Ребята, а как тут деньги раздавать? Вы мне подскажете? Я просто без понятия вообще. А, кошелек. Кошелек. Короче, смотри, кошелек, перевод. И там, типа, просто, ну, как хочешь, ловишь там цифры нужные. Или... А, вот кошелек. Вот около нашел, твоего нашел, баланса. И там будет перевести. Вот. Перевести. О, ребята, сейчас вам накидаем деньги, блядь. Ну, тебе надо сначала вывести оттуда 250 монет. А, ну все, все тогда. Нас просто не предупреждали, мы не знали. У меня вообще хороший менеджер, блядь, спасибо ему, нахуй. Блядь. Я на мажор закидываю 2000, залетайте кто-то на мажор со мной, нахуй, чуваки, блядь. Зайди к Дине, блядь, хочу даже встречи, там, нахуй. Чё там, там Лекса вроде спасибо, пока нет. А где Диман? Она губки красит, блядь. Ебать, она на Мерседесе приехала за Димасом. Посмотрим, короче, сейчас посмотрим. Главное сейчас что. Диман уже приехал, блядь. О, ЗНЗ! А Дина откуда? Дина с Питера. Питера. И Алексей, почему нас покинули? Да, Алексей. Нет, простите, простите, я здесь. Она с Питера, с Дмитрием. Да. Мы на завтра-послезавтра договорились с ними в замечательном шоу принять участие. Уф. Алексей, вы из какого города? Из Москвы. Уф. Алексей, мы увидимся скоро. Конечно, скоро увидимся, короче. Я отсосал. Бля, как же Дина переживает, нервничает. Да, серьезно? Короче, она нервничает. Карабуль, если не едем в Сочи, куда-то надо по-любому поехать. Да похуй, надо собраться со всеми, я хочу да вас. Да похуй всех. Куда вообще? Давай, я хочу вас! Я хочу вас! Не, я бы теперь реально даже в Питер, в Москву приехала. Мне и... тоже похуй. Я просто, да, хочу увидеться вообще. Уже, я не могу, ну, блядь, охуенно было тогда, когда мы увиделись. Базаришь. Базаришь. Это было просто охуительно, блядь. Мне похуй, 3000 нахуй закидываю. Я, блядь, короче, летом не была в Питере вообще ни разу. Мне а интересно. Почему? Да мы с Аней, ну, в хуевое зимой, время. Ну, зимой, да, мы поехали, а я вообще в феврале ни разу в Питере не был. На Дере к Натахе, короче, прилетели. Так холодно было вообще просто. Ну, типа, я не оценила город. А я, кстати, ни разу не был в Питере. Можно было. Брат, тебе так понравится и тебе. Да, ну, типа, Марк говорит, что нам прям летом понравится, я не знаю. Давай, нахуй, на мажор 4000, где мы, где хоть кто-то, блядь? Ух ты, еба, пятеру закинули! Ох, сука, блядь.
А что дают, если вот они по ревке приходят? Что-то вообще дают челам или нет? Ну... Вроде что-то дает, там 5%. А, 50 центов, ой, 50 монеток, ебать, точно. Пацаны, кому не падло, зайдите по этой реферальной ссылке, я сейчас что-нибудь разыграю, эти, как их, блядь, поинты вот эти ебаные прямо на сайте. Сейчас зайду, подойди. Подойди. Подойди, сейчас зайду, подойди. Подойди. Я выиграл в ходе? Блядь, Григорий, нахуй. Меня просто Гриша отъебал, блядь, в жопоте. А чё музыки нет, блядь? Может, кто-то спей? Всё, музыку урвали. Бля. И поехали, блядь. Где старый? Почему Дина одна? Диман сказал сейчас за подарочек. Да ладно. Честно, не знаю, пошутил. А это их первая встреча? Да, конечно, конечно. Ребят, зачем мне... Уберите, пожалуйста, сабмод. Ой, этот... Для смайликов? Для смайликов. Ну, потому что они, скорее всего, спамят своими... А, точняк, ёпта. Ребят, давайте через пару минут, сейчас я, блядь, покручу чуть-чуть, блядь, и скину вам халявные бабки. Вай, твои ставки, сколько, в какой футболке Дима приедет? I'm fucker, я даже знаю. Да? I am fucker. Это прям 100%. Ну, я думаю, да. Хотя, стоп, Диман может реально... Не, без Сёпа Диман может нормально нарядиться. Он когда был в Москве, блядь, от него так пахло вкусно, кстати, пиздец. Мне кажется, он нормально оденется. Да. Ну, и он будет невероятно сексуальным мужчиной. Нет, Димана нормально так пахло, блядь. Ты нюхал Диму? Ну, блядь, просто... Ну, а чё нет? Блин, она так волнуется, я сейчас зашла. Да, она нервничает, пиздец. Чё ты делаешь? Они чё, не виделись до этого? Нет, нет, ни разу. Они же вот в Питере не виделись друг с другом? Серьёзно? А на день рождения тоже не виделись? Димы не было на днище. Я маску, наверное, надела, там куча народу. Ща. Бля, капец, сейчас будет четко, нахуй, где Диман уже, блядь? Бля, позвони ему. Сейчас спрошу, сейчас спрошу. В кожаной куртке, и мне жарко. У нас плюс 3-4, у нас такая жара. Блядь, по фейстайму. У нас прохладно, на самом деле. У нас вообще жесть, Алексей. Сейчас звоню. Тихо. Ребят, пока заходите на Dragon Money, нахуй, сейчас я раздам вам халяву ебаную. Да, я зашел уже. Спасибо, Алексей, блядь. Диман, любимый, ты где? Слушай, сейчас будет жаришка. Жаришка будет, да? Через сколько? Через сколько? Через сколько? Через сколько тебе идти уже? Слышь, он за углом стоит и стесняется, не выходит. Минут 10, ты нормально прячешься там? Дима уже ждет, скажи. Вообще нет, скинь фотку, скинь по-братски, реально, ну скинь. Ну ты на стриме? Ну я на стриме, но ничего не говори. Просто скинь, я сам посмотрю, я не покажу. Ну давай, ну я тебе скину идею, понял? Давай, брат. Давай, все обнял. Все, сейчас мне фотку скинь. Блять, ребята... что он там придумал, нахуй? Он придумал что-то жесткое, блядь. То, что он говорил, то, что что-то жесткое придумал, короче. Ой, я выиграл, ебать! Бля, давай, Диман, братан! Я по-любому могу серенькая или желтенькая, потому что красная только что была. Я еще хочу красный, блядь. Я прям обожаю красный цвет. По 500 не забывай на зелень ставить, брат. Блядь, забыл, прощать. Ты 1400 спасал, блядь. Не, 500. А что у него за машина? Минивенка? Ой, минивенка. Мини-купер? Похож на мини-купер. Фиат. Похож на мини-купер. Бля, давай, Диман, где ты, нахуй? Блядь, красная, сука. Брат, 500 монет, это сколько? Это 50 рублей? 5. Ой, 50. Стоп, я, короче, 100 рублей ставлю на зеленое, и я хочу еще поставить на серое почему-то. Она машину не закрыла? Она обратно бежит? Да, я тоже. Она пиздец переживает. Бля, она так нервничает, что машину не закрыла. Если вы сейчас обманули, то каждый из вас должен будет сам. Все пишут, машину не закрыла. Она видит, что себя обманули, блядь, тебя пиздало. Бля, где Диман уже, блядь? А, фотку скину, сейчас посмотрю. Не скинул еще, сука. Он ничего не скинул, сука. Блин, она и так нервничает, они еще ее байтят. Машину не закрыла, то не сделала. Забайтили, да? Ну, типа, да, закрыта машина была. Блядь, сука. Ты обнимешь Ликса при встрече, донат пришел. 250, нахуй, закинь. Встреча, мы же не так быстрее. Ставим ставки, друзья, обнимет Дина Ликса при встрече. Да надо обняться. Диман засосёт сразу. Ладно, суждай. Короче. У неё маска не получится, посмотри. Да похуй, с маску снянет. Согласен. Диман вообще альфач, я тебе говорю. Он просто сразу маску снял, как засёт. Я видел, как он с бустером обнимается, поэтому твоим словам я доверяю. Он вообще пиздец, он вообще милашка. Красный выпили, сука. Бля, какой же пиздец. Бля, кстати, реально сейчас переснапить её могут вообще спокойно. Да. Да. Волосы, кстати, помыла, молодец.
Алексей! Ой-ой-ой, как подметил? Не, ну они такие, видишь, шелковистые такие. По ветру. Хорошо подметили. Блин, теперь... В чате пишут, ты прошла его. Бля, мне Димон фотку не скидывает, что за хуйня? Бля, она реально так мандражирует, и чат так ее подстрекает на эту хуйню. Только ваши офорт-флаши, которых я, правда, не увижу. Бля, жесть. Ой, здрасте. Что-то я побахали. Ребят, заходите на Драгомане, кому не падло, ребят, я сейчас сразу вам халяву. Заходите, ребят. Обращаю внимание на камеру, ведут себя как странные люди. Сейчас я буду развивать. Они видят камеру, или видят камеру первый раз. Заходите, давайте, ребят, 500 рев, давайте сделаем. Не, мне кажется, людям интересно, что ты там делаешь. Когда стримишь ИРЛ, люди все либо шарахаются, либо на тебя смотрят как ненормального. Почему так? С камерой. Ну, вот почему-то у нас, по крайней мере, в провинции люди абсолютно не адаптированы под это, и они очень странно себя ведут при виде камеры. Чего? Что за палка? Что за У нее селфи палка стабилизируется. Ебать, что тут заставка нахуй? Ой, Вай, ты чем больше поставишь, короче, тем больше шансов у тебя выиграть. Че вообще про... Да, это тильт. Ой, блядь, в пизду нахуй. Знаешь как, в последнюю секунду ставь прям много, и ты выиграешь. Да, на... брат, залейся. И в конце еще 4. И потом в конце еще, да, ебать. Да, в конце десятку ставь, я всегда десятку ставил. Десятку, окей, давай, братан. Если честно, из тебя десятка. Я тебя скину. Да я шучу. О, нихуя, но Фродо Робит десятку забрал, блядь. Скоро ничего не останется. Да походу, блядь, сейчас не раздам нихуя. Да еще я что-то разыграю как-нибудь скину. Открывай Dragon Money, брат, сейчас забудешь. Блядь, забыл нахуй тыкнуть. Бля. Нормально отсосал, блядь, неплохо. Блядь, иди в пизду, сать. Ладно, смотри, я 1000 ставлю просто. Я сейчас бачу чела, чтобы он поставил со мной, и в конце десятку топлю. О, да, Дима звонит. Да. Дима звонит, корабль. Не забудь только поставить. Так, я а, дядь, еще нажми шестеренку справа в углу и нажми убрать аватарки, потому что там хватает долбоёбов. А я бегу, как это... Ну, хорошо, ладно. Да. Димочка, привет. Да? На что снимаешь сейчас? Ну... Вадя, Dragon Money. Поставил. Давай. Да парк. Это твое, брат. Он тебя перебил? А, это ты зеленый. Сосать, нахуй, сосать, пацаны. Все, раздаю, короче, ребят, открывайте чат, сейчас пизда, блядь, чат. Иди, хорош, блядь. Сейчас пизда, да? Хорош, лутанул у ёбка ебаного. А сейчас... сколько, как это, монетки эти, как они сейчас? Здесь монеты, где один рубль. Я забыл слова. Ребята, вот сюда заходите, прямо сейчас я буду развивать монетки. Вам нужно будет зайти... Сейчас, секунду, Алексей. Вы заходите вот сюда, вот, как я понял, нажимаете кошелек, потом нажимаете перевод, и вот здесь вот, ребят, вот этот ID свой кидаете в чат, я просто перевожу вам по... Сколько-то рублей, блядь. По пятихатке, нахуй, еще поперевожу 4 штуки. Давайте, вот первый, нахуй, вижу, мистер Дизик, братан, поздравляю, ты выиграл пятихатку, нахуй. Да, это сколько? Это 5000 монет, правильно? Да. Да, 5000 монет, пятихатку. Вот, братан, на тебе пятихатку, лови, блядь. 50 чуть не перечислил, блядь. Да, бля, братан, да если перечислил, так перечислил, блядь. О, Диман звонит сейчас! Да, малыш. Звонит. Алло, Олег, ты посмотрел? А где ты скинул уже? А где? Что? А где ты скинул? Так я тебе в WhatsApp скинул. Какой WhatsApp, блядь, 2020 год, блядь? WhatsApp. WhatsApp кинул мне. WhatsApp, man. Блядь, я... Блядь, Иван, ты вообще ёбнутый! Да давай, давай! Сейчас, я выдвигаюсь. Блядь, я как это... Как, меня не слышно? Слышно, слышно. Давай сейчас, я могу замучиться, хочешь? Да. Сейчас, стой, секунду, стой. Давай, говори. Бля, я надеюсь, это то, о чем я подумал. Ну, я здесь я правильно понял его. Брат, бля, это охуенно, бля, он такой, ебать, Димон. Бля, ебать, ну красотка, нахуй. Вась, прочитал, а с Дискорда на стриме показывай. Да, брат, Да ладно! Нихуя. Я не знаю, как точно, типа, тыры-пыры, но... Я правильно поняла, Марк? Ща. Это вы про то, что одет... Не-не.
Фу, бля. Слушай, как людей там много в Питере. Не, людей пиздец, один, кстати, там. Все, ребята, скидывай дальше. Так, что там дальше? Ой, ебать, сколько людей. Про, это вообще жесть, нахуй. Мне весь чат. Что там скинуть надо? Скинуть давай, ID, скину. ID. ID легко. Да, Алексей. Погоди. Но это не факт, что вы выиграете, конечно. Ну ладно, я чисто тебя вам пятихатку переведу, блин. Ладно, давайте, кидайте, кидайте все. Давай, давай. Я жду, жду. Что-то Алексея не видно, блядь, чате. Да я даже не знаю, где мой ID тут на этом сайте. Ну ладно, Алексей, короче. Ну, в общем, неважно. Тогда, ну, тогда, блядь, без пятихатки. Такая, чтоб... Да все, Алексей, вы ну, просрали свой шанс. Максон, братан, давай, Максон. Максон, тебе пятихатку перевожу. Максон, давай, удачи тебе, блядь, красавчик, блядь. Игра на K Dragon Money, блядь. Ребят, надо как-то придумать, чтобы я еще своим рефералам давал бабки. Не знаю, как это придумать, блядь. Хуй знает, как это сделать, короче. Но кто играет, ребят, на Dragon Money, можете зайти по моей ссылке, вот. Либо ввести просто промокод от Крова, и вы получаете 50 центов на халяву. Знаете, ребята, вот сюда заходите. Если вы по ссылке перейдете, то у вас автоматически он ведется, если вы еще ни разу не играли. Спасибо, ребята, кто вводит, безумно приятно, ребят. Блять, это... Бля, охуеть, это такой пиздец на самом деле. Марк. Да, брат. Ты тоже смотришь, ждешь? Я в ожидании, пиздец. Бля, пацаны, вы сейчас охуеете. Динка так нервничает. Бля, я только не знаю, он типа прям сам или с кем-то? Мне кажется, с кем-то. Где ты мне написал, Марк? А, Дискорд. Что-то подарит, я так и поняла, я правильно поняла. Ребят, сейчас еще одну закину, сейчас еще парочку скину. Фу, бля, ну это прикольно, прикольно. Подождите, это получается у нас не девушка опоздала, а Дима опаздывает? Да. По сути, ну да, получается. Ну понял. Диман еще тот, блядь. Ну он там такой подарок выбирал все-таки, ну... У Дины 1.77 м, она получается выше, чем Диман. Да, Диман очень... Ебать, я когда в реальной жизни видел его, бля, он такой маленький, ну он такой, ну типа, большой в плане, типа... Ну, он с меня ростом где-то, мне кажется, не, я пониже чуть-чуть. Дима? А представляете, если там каблуки? Ну, у меня 1.68 м, а у него сколько? Ань, я ниже Димы был. Ты чё? Ты ниже Димы, да? Не-не-не, ты чё, Диман? У тебя 1.86 м. Ну, мне казалось, что в Москве ниже Димы был. Нет, нет, я пацаны, чуть-чуть пониже него. Пацаны, давай 450 доводим. Бля, охуеть, 26 тысяч Димы на стриме. Доводим, я еще 15 тысяч раскидываю, и на 5 тысяч я играю еще на Dragon Mind. Знаешь, как будто передача от меня. Переживаю за эту встречу больше, чем свою. Я, кстати, тоже аж что-то нервничаю, блядь. Ребята, разыгрываю еще. 1492 еще вкидываю, все. Вот так, ребят, скидываю. И остается у нас 14900. Я, ребят, вам их сейчас раскидываю. Поехали. Все. Вы готовы? Да, 450 чуваков. Я раскидываю. 450 чуваков. Бля, ебать, это пизда-то, нахуй. Это надо было еще такое придумать. Вот Диман, Диман пишет, ща буду. Давай, давай, Диман. Диман уже летит, блядь. На парах, нахуй. Ща, прикинь, с парашюта приземляется на нее, блядь. Ой, Настя палил, блядь. Ладно, шутка. Бля, ребят, как вам с НКС поиграли? Нормально, заебись, понравилось или не очень, блядь? Как вообще вам? Скажите мне, пожалуйста, ваши эмоции, нахуй. Марк, ты как, отсосал нормально? Блядь, дядь, у меня горло болит до сих пор, пизда. Бля, кстати, если честно, я после КС всегда почему-то горло болит, не знаю. Ну, после стрима именно. Орёшь, орёшь много. Да, да, у меня вот сейчас очень жестко подболивает. Все потому, что не мучишь, как я тебе говорил. Мне когда выкал вообще тогда дохуел. Да, пониже только. Ниже опускаю мычание. Ебать, на Дашке улетел. И сколько так нужно мычать, Алексей? Вообще протяженность должна быть такая большая, секунд по 15-20. На выдохе это все делается. А вы можете помычать прямо сейчас? И голос сам опустится. Ебать, у меня уже опустилось чуть-чуть, ребята. У меня вообще хуйня голос. Без клявы, блин. Да не, брат, это он тебя сломается. О, у меня инста пофиксилась, Марк.
Ура. У меня, короче, какая-то хрень была, типа, ну, не теневой бан, а что-то типа около этого, понял? Я не знаю, мне на второй канал каждый день дают теневой бан, это вообще пиздец. Мне, ты вообще крабуль, я пишу мне Маше, вот только... типа, вы можете что-то решить? Она пишет, угу. Обратись туда-туда, я говорю, мне так отвечать я... там месяц, нахуй. Мне тоже, мне, Вать, мне то же самое сказал Лёша, и в итоге я писала просто, ну, ты понял, в обычное, и мне они спустя неделю помогли, вот прям буквально дня три назад, наверное, сняли эту хрень, каждый день давали корабль, каждый день, ну, там, типа, это из-за того, что, там, IP и так далее, ну, у меня одинаковые. То же самое, просто каждый день, нахуй. Да, 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 вообще, ну, не видно, и вот пофиксили эту тему. Всё, ребята, они там запрашивали все, все данные запрашивали, чтобы убедиться, типа, прикинь, они говорят, типа, нам надо убедиться, что это вы. А, ну давай. Ну это пиздец, кстати. Ну я, не-не, да. Я, кстати, Маше написал, типа, ну, когда первый раз дали мне теневой бан, мне вообще, чтобы ты понимал, бан прямо именно дали. Mm. Мне сказала, типа, из-за того, что, типа, подумали, что я фейк этот, Да-да-да-да. Да, да. И потом она пишет, ой, прости, типа, все разбанили, быстро все разобрали, типа, ну и все. А, и теперь мне каждый написали... день теневой бан хуярит. А, да, мне написали, что, типа, это из-за того, что, ну, как бы, да, два, ну, на одном канале и на другом, и, типа, они сомневаются, что это не фейк, что пиздец. Это... Короче, Слав сказал, это бак аутификации. Ну... Мне вообще партнерку забрали, все нормально. А почему? Забрали? Да, забрали на год. За что? За что? За нарушение правил площадки. Ах, вы ж какой, Алексей, нарушитель. Я бандит. Закон не соблюдаете? Я бандит. Я бандит. Я гангстер. О, блядь. А чё, чё? Они встретились, да? Ребята, заходи. Да, бля, старый красавчик. Песня играет! Флекс! Здорово! Обнимайтесь, 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 обнимайтесь. Я без следов, но я с медом. Чтобы жить с медом не давалось, я решил сразу переработать и взять. Это, кстати, у меня забрал. Я просто цветы не очень люблю, а вообще меда уже, знаешь, там, жизнь, что мёдом сказал. Спасибо большое. Бля, как же неловко. Тебе удобно? Очень, да. А иди на что, какой-нибудь банки, чтобы мне... Так царские годы, 18 веке, пацаны. Карете приехался. Блин, Дима, только ты так можешь, по-моему. Чего? Не буду там, чувак. Слушай, я до последнего не ожидал. Нормально. Не ожидал, что она будет. Сколько там, 50 было? 50. Я просто искал в интернете. Блядь, Иван красава. Да, наверное. Сразу подловил хайповозом, нахуй. Я могу выбирать. Вот, вот, ребят, почему опаздывал, вот он почему опаздывал, вот это... 100 подарочных, ебать. Ух ты, ебать. Хорош. Ебать, там хайповоз 1440. Да. Охуеть, блядь, ёбнуться. Откройте чат, ребят, мне надо же кому-то деньги передать уже, и все, я заканчиваю стрим, блядь. Мне 10 тысяч рублей надо всех раздать, блядь. По пятихатке сейчас двум чувам раздам. Так, мне надо зайти, значит, по кошелек в перевод. И давайте, ребят, два чувака смотрю. Первых. Оп. Бля, он надел футболку флекс, нахуй. За Данил, братан, поздравляю тебя. 5000 монет ты выиграл. Перекинул. И последний чувачок. Оп. The Pro, братан. Напивас, чел пишет. На, братан, тебе напивасика. Перевод. Все, ребята, сейчас я замучусь на пару секунд. Все, ребят, спасибо огромное, кто сидел на сегодняшнем стриме. Заходите, ребят, на Force Drop, тоже играйте. Промокод Каравай на Force Drop. Кто играет на Dragon Money, тоже промокод Каравай. Вы можете зайти, вот эту ссылочку скопировать, ребят. Кому не падло, ребят, залогиньтесь, пожалуйста, буду безумно благодарен. Вы будете моим рефералом. И это будет охуенно, когда буду смотреть на статистику. Спасибо, ребят, за 457 активаций, это в первый день. Безумно приятно, ребят. Спасибо, ребят, большое, реально, что зашли. Потому что Dragon Money сейчас у многих людей, поэтому рефералов очень сейчас трудно бить. Но спасибо, ребят, кто зашел. Я, короче, ребят, думаю, буду разыгрывать каждый день дохуя бабок, потому что они реально очень много заплатили, ребят. Поэтому, ребят, я думаю, мы будем разыгрывать много денег, кто будет моим рефералом. Вот. Только как это сделать, я хуй знает, как рефералы своего понять. Понять, не понять, хуй знает, короче. Ребят, давайте я тогда закину, наверное... Да, давайте я рейд арене закину, ребят. Кто хочет, идите к Диману, к Диной, смотрите, там, что они там делают. Я пойду, ребят, отдыхать. Спасибо, ребят, огромное за сегодняшний стрим.
ждите, там еще Слава будет подрубаться, он сказал, но они будут, я не знаю, во что играть, честно. Вот, в принципе, как-то так, ребят. Блять, надо было Славу, может, дождаться, но 8 минут я хуй знает, мне кажется, я заебусь, у меня очень сильно горло болит, ребят. У меня безумно сильно болит горло, прям пизда. Все, ребят, спасибо всем огромное, всех обнял. Ребят, реально, огромное вам спасибо за стрим сегодняшний. Безумно приятно, ребят, что заходите на драгон, заходите еще раз, пацаны. Все, ребят, всем огромное спасибо, всем до завтра, всех обнял, поцеловал. Завтра в 3 стрим, всем удачи, пока.